всем добрый день. Добрый день всем, кто присутствует офлайн. Нас не так много. Добрый день всем, кто присутствует дистанционно, и это большинство наших зрителей и слушателей. Мы начинаем нашу секцию. Это называется «Дизайн и метадизайн интеллекта в философии, искусстве и науке». И я на правах модератора, который ведет еще и концептуальную составляющую этой секции, наверное, начну с небольшого микросообщения, которое вообще обозначило бы нашу повестку нашего сегодняшнего обсуждения. И, в общем-то, хотелось бы рассказать пару слов буквально о том, о чем мы вообще сегодня будем говорить. И на самом деле тематика и повестка этой секции выстраивается вокруг понятия интеллекта и его возможных технических моделей, синтетических моделей, которые так или иначе ориентируются на научное осмысление того, что такое человек, что значимо для определения человечности и поиска неких универсальных моделей, которые являются применимыми для очень разных разумных систем, которые не обязательно являются антропоморфными, человекоподобными. И, в общем-то, это так или иначе является общей темой для очень многих философских дискуссий с последних лет. Если перечислять некие теги или какие-то общие темы, то это, конечно, то, что касается и философии сознания, философии искусственного интеллекта, современной философии техники, да, и таких направлений, как постгуманизм, которые по-разному в самых разных тематиках и в самых разных способах осмысления пытаются вычленить некие универсальные структуры того, что такое интеллект, что значит иметь некую осмысленную связь со своим окружением и что в конечном счете означает быть разумной системой. И в действительности некую предысторию для всего этого заложила такая наука, как кибернетика, наука 20 века, которую философ Мартин Хайдеггер называл метафизикой атомной эпохи. И в действительности это тот контекст концептуальный, мировоззренческий, философский, технологический, если угодно, который, в общем-то, заложил основы для всех тех разработок, которые мы имеем сегодня. И, в общем-то, как считают очень многие исследователи, историки науки, философы, теоретики культуры, теоретики медиа и технологий, все это, кибернетика, собственно говоря, задает некую общую картину мира, в рамках которой мы можем осмыслять интеллект не антропоморфно, осмыслять интеллект как некое универсальное свойство очень разных систем. И в этом смысле наша секция посвящена обсуждению этого вопроса, этой проблемы с очень разных перспектив, потому что все спикеры сегодняшнего обсуждения имеют очень разный бэкграунд. Это и представители технических индустрий, и историки науки, и философы. И мы попытаемся найти некие общие точки пересечения для того, чтобы собственно, найти некий общий способ говорить о том, что же такое интеллект, что такое разум, как его моделировать концептуально, как воспроизводить отдельные способности человека в искусственных носителях и так далее. И, естественно, мы не ограничиваемся как бы всей этой проблематикой и будем искать еще какие-то новые продуктивные способы речи и вообще обсуждения этой тематики. Вот. И я, собственно, предлагаю, наверное, организовать нашу секцию сегодня так, что первыми все-таки выступят те, кто присутствует очно, да, и потом мы перейдем к тем спикерам, которые присутствуют дистанционно, такое телеприсутствие, которое очень понравилось бы теоретикам медиа и теоретикам постгуманизма, потому что вот мы сегодня в силу пандемии и других, в общем-то, неподконтрольных нам биополитических процессов оказываемся вот в таком очень гибридном, странном формате одновременности нахождения здесь и где-то далеко. И наши спикеры, в общем-то, находятся и в России, и за ее пределами, и это тоже добавляет какую-то интересную, такую странную медиатеоретическую подоплеку нашему сегодняшнему обсуждению. Вот. И я, пожалуй, передам слово нашему первому спикеру, который присутствует с нами физически, рядом со мной, это Дмитрий Сошников, и я передаю слово вам, Дмитрий. Наверное, лучше вам вначале представиться, рассказать свои аффилиации и после этого. Спасибо, Максим. Сейчас я на самом деле расшарю свой экран и начну. Ну, я на самом деле здесь являюсь представителем как раз вот этой самой технического направления, связанного с искусственным интеллектом. Я как бы по образованию математик, диссертацию защищал в области еще старого искусственного интеллекта, связанного с представлением знаний.
И потом сейчас уже в последние годы, когда искусственный интеллект стал набирать обороты, в общем-то, занимаюсь этим, работаю в компании Microsoft. У меня должность называется ведущий эксперт по искусственному интеллекту и машинному обучению по-русски. То есть как бы как эксперт я пытаюсь продвигать разные инструменты для реализации искусственного интеллекта, работая с разными вузами, с исследовательскими организациями, с разными, в общем-то, партнерами по всему миру. Вот. Ну и параллельно преподаю в вышке еще в нескольких вузах в Москве. И про что я хотел бы сегодня поговорить – я бы хотел, да, ну как бы еще несколько лет назад я на самом деле в роли такого разработчика выступал в команде, которая занималась внедрением искусственного интеллекта в разные крупные европейские компании, поэтому я как бы примерно понимаю, где он сейчас еще используется. Вот о чем бы я хотел поговорить. Microsoft очень много говорит про так называемый этический искусственный интеллект. Какие принципы нужно помнить при создании системы искусственного интеллекта? Ну и принципов есть несколько, да, вот, наверное, основной из них, такой самый главный, что искусственный интеллект мы рассматриваем как помощника человека, мы не рассматриваем его как некое такое самостоятельное вот что-то, что будет хотеть что-то там, да. А это исключительно инструмент. Потому что, ну, если говорить технически, как бы искусственный интеллект, который используется сегодня, это просто такой большой умножитель матриц. Да? Вот есть некоторые данные, которые мы подаем ему на вход в виде там, текста или в виде изображения, в виде видеопотоков. Дальше внутри происходят очень простые с точки зрения математики процессы. Умножаются большие матрицы, много чисел, и на выходе получается что-то, что внезапно для нас обладает как бы, какими-то такими уникальными свойствами. Мы там можем думать, что это ответ там, какой-то интеллектуальный. Вот. И, в общем-то, здесь никакого чуда не происходит, поэтому да, это инструмент вполне себе как бы такой мощный. Вот. Но еще есть несколько важных моментов. Это как бы прозрачность. Люди должны понимать, что используется искусственный интеллект в принятии решений, не нужно это от них скрывать. Вот. Это очень важное свойство fairness. Не знаю, как это правильно сказать по-русски, но при обучении искусственного интеллекта часто возникает несбалансированность датасетов. Из-за этого он может принимать не совсем как бы он может принимать взвешенные в какую-то определенную сторону решения. Да? Там, например, если мы используем искусственный интеллект для прогнозирования там, краш в магазине, и у нас на всех видео присутствуют там, мужчины какие, да, там, в свитерах, то потом ровным счетом таких людей всех будет подозревать в краже, а не будет смотреть на то, как бы, какие действия именно люди выполняют. Да? И поэтому обеспечить эту самую как бы fairness – это как бы важный момент при обучении искусственного интеллекта. Ответственность, ну и так далее. Как бы я на самом деле все перечитать не буду. Самое главное, что искусственный интеллект выступает в роли помощника. Об этом мне хотелось сегодня поговорить и показать на самом деле три примера, как искусственный интеллект может выступать в роли помощника в самых разных областях. Вообще, как бы если говорить про сценарии использования искусственного интеллекта, можно выделить как бы, таких вот очень грубо три больших сценария. Первый – это машинное обучение, когда у нас есть какие-то данные, такие не слишком большие, какие-то таблицы, да, и нам нужно что-то по ним научиться предсказывать. Ну, например, мы хотим понимать, сколько продаж будет, или хотим понимать, как покупки люди в магазине делают. Второе – это что-то связанное с компьютерным зрением, с изображениями. Третье – это что-то связанное с текстами. Тексты в последние годы очень сильно набирают обороты. И для каждой из этих областей, ну, понятно, что есть state-of-the-art research, где люди используют самые сложные инструменты и математику, а есть еще какое-то количество уже предобученных моделей и инструментов, которыми можно пользоваться, в общем-то, не будучи глубоким специалистом в области искусственного интеллекта. Ну, вот на слайде там какие-то ссылочки есть, если кому-то там будет потом интересно. Но я расскажу, значит, первый пример, да, это разгадывание загадок Инстаграма. Вот для меня всегда возникает как бы такой вопрос, вот почему люди лайкают какие-то фотографии в Инстаграме, причем если как бы вот я какую-то красивую фотографию делаю, прям выбираю там ракурс, ее публикую, и бах, никому не интересно. Какую-нибудь еду дурацкую сфотографируешь, и вот все такие, о, еда, и лайкают. Вот как понять, значит, что нравится людям? Умом это сделать не получается. Значит, поэтому можно использовать анализ данных. Инстаграм позволяет выгрузить все свои фотографии. Соответственно, вот я их выгрузил. И первое, что я попробовал сделать, это проверить гипотезу, влияет ли подпись к фотографии на количество лайков. Вдруг люди читают. Вот. Для этого есть готовый сервис, который по исходному тексту выдает его индекс позитивности, да, так называемый sentiment score от 0 до 1.
Вот, это обученный сервис, который есть там в облаке у Microsoft, еще у нескольких компаний. Значит, что я сделал? Я даже не писал программу, я взял такой инструмент под названием Power Automate, где можно такую блок-схему нарисовать, сказать, вот, там, открой все посты, для каждого поста вызови этот сервис и запиши результат в файл. И получил такой вот файл, который потом в Excel можно открыть. И вот что получается. Значит, вот эти вот точки, каждая точка – это отдельный пост, по горизонтали его позитивность, по вертикали количество лайков. Видно, что здесь у меня есть два очень негативных поста каких-то, и остальные все позитивные, и при этом, ну, как бы какая-то зависимость вроде бы такая вот есть, то тем позитивнее, тем лучше, но не очень сильно. Если посчитать формальный коэффициент корреляции, который от минус 1 до 1, он получается 0,13. То есть это очень слабая корреляция, но все-таки она есть. Поэтому все-таки важнее в Инстаграме изображение. С изображениями что можно сделать? Можно пропустить их еще через один сервис, который выделяет там основную категорию, что это за фотография, там портрет, еда, люди. Вот, выделяет разные теги, что присутствует на изображении. Вот. Ну и поэтому можно, как бы обработав все фотки через этот сервис, пропустив таким же образом, можно построить некую табличку, где будет, соответственно, указан цвет основной, вот, разный там, например, признак, насколько это изображение 18+ или нет. Еще здесь колоночку я добавил, которая число дней с начала этого исследования, потому что, чтобы понять, есть ли тренд какой-то восходящий, нисходящий тренд в популярности. Там средний возраст людей на фотографии и так далее. И здесь тоже можно уже сразу взять Excel и попытаться выделить какие-то зависимости. Например, видно, что там красный цвет является самым позитивным с точки зрения числа лайков, да, поэтому нужно делать больше красных и оранжевых фотографий. А из категории почему-то растения и indoor, то есть внутри дома и растения. Нужно фотографировать домашние растения, как бы это мораль, чтобы добиться большего количества лайков. Но это позволяет нам посмотреть вот Excel только на один какой-то критерий. А как быть, значит, вот в совокупности, а вдруг вот как бы если вот растения и там пожилые люди вместе, это особый эффект имеет. Вот чтобы посмотреть такие более сложные зависимости, можно использовать уже машинное обучение, эту табличку пропустить через какой-нибудь сервис. Есть, например, сервис Automatic ML, где просто достаточно загрузить табличку, и мы получим, с одной стороны, модель, которую можно потом взять и, например, там, обернуть в приложение на телефоне, которое будет предсказывать количество лайков для фотографии. Или можем как-то ее проинтерпретировать. Вот, если мы проинтерпретируем, будет видно, что вот больше всего влияет дата. Оказывается, что вот чем позже фотография, тем у нее меньше лайков, потому что, видимо, люди долайкивают старые фотографии. Вот. Дальше ключевые факторы – это наличие человека на фотографии, количество лиц и цвет. Ну, то есть это вот то, на что нужно все-таки смотреть. Значит, мораль из этого какая? Да, есть еще разные инструменты. То, что я показывал, это как бы инструменты в облаке. Есть инструмент Века, который просто ставится на компьютер, и там им чуть-чуть сложнее пользоваться, но тоже можно, например, строить модель и сразу видеть, какие факторы являются наиболее влияющими. Мораль, значит, здесь, наверное, в том, что, во-первых, этим легко пользоваться. Во-вторых, как бы основное, что делает искусственный интеллект, он как бы извлекает какие-то паттерны, шаблоны из входных данных. И он делает это лучше, чем человек, потому что человек не может углядеть слишком много закономерностей. Искусственный интеллект это может сделать. Делает он это как? Ну вот нейросеть, она примерно устроена таким образом, что у нас есть нейроны, которые взвешивают свои входные сигналы. А взвешивание входных сигналов, это по сути дела означает, что мы как бы улавливаем какую-то вот совокупность этих самых входных параметров. Точно так же, если мы говорим про распознавание изображений, да, там используются такие иерархические сверточные сети, они, по сути дела, как бы улавливают тоже какие-то паттерны, из маленьких паттернов улавливают более большие паттерны и в конечном итоге как бы видят целиком, целиком выхватывают какие-то объекты, да, например, на изображении. Вот, это вот то, что, собственно, искусственный интеллект делает. Второй пример, который я хотел привести из области уже такого искусства, это техника, которую я придумал пару лет назад, так называемый когнитивный портрет. Мы используем искусственный интеллект для извлечения координат опорных точек лица, и дальше берем кучу фотографий и накладываем их вместе, чтобы получить вот такое вот смешанное изображение. Здесь как бы типичное использование искусственного интеллекта в виде инструмента, потому что мы там обучили сеть, которая умеет решать какую-то конкретную задачу, а дальше мы уже думаем, что с этим сделать. Ну вот можем как бы разных людей делать усредненные фотографии, можем делать, например, вот такого рода
конструкции. Это как бы я взял фотографию, домашний свой архив, взял фотографии своей дочери, отобрал автоматическим образом, как бы тоже с помощью сервиса, фотографии только ее, разложил по возрасту, и вот получается, что это вот такое взросление, да, там от более маленьких к более большим фотографии в усредненном виде демонстрируют, как меняется у человека взгляд на мир. Ну, я тут чуть-чуть пропускаю, чтобы вас не утомлять. Но что интересно, искусственный интеллект может, в принципе, посмотрев много изображений, научиться генерировать изображение сам. Вот эта вот нейросеть, обученная где-то в течение 11-12 часов, она научилась там рисовать портреты, научилась рисовать цветы. Значит ли это, что искусственный интеллект внезапно там стал творить и как бы как художник, да, себя вести? На самом деле не совсем. Он по-прежнему остается помощником, потому что это же случайные комбинации. Вот искусственный интеллект научился выхватывать паттерны. Он понял, что картинки состоят вот примерно из таких частей. И дальше он эти паттерны случайным образом нам выдает. Ну, примерно как вот художник, он вдохновляется брызгами краски на холст, а потом он из них чего-то такое делает. Да? Вот точно так же и здесь. Можно вдохновляться этим как отправной точкой, а дальше ну, либо что-то дорисовывать, либо просто какую-то историю создавать вокруг этого. Потому что как бы произведение искусства – это всегда история, это всегда больше, чем просто какой-то артефакт. Вот. Но как это работает, я тоже, наверное, не буду рассказывать. Картина такая вместе с историей, она продается. Там, да, были прецеденты продажи на аукционе такой картины за большую сумму денег, но при этом, опять же, да, что купили? Купили не просто само полотно, а купили первую картину, нарисованную искусственным интеллектом, проданную на аукционе. Вот за ней тоже была выстроена некоторая история. Вот это все ценно. А само по себе, как бы сам по себе артефакт, он менее интересен. И кроме того, искусственный интеллект, он генерирует разные вещи. Вот это вот примеры изображений, сгенерированных одной и той же нейросетью. То есть они вот как бы с точки зрения искусственного интеллекта обе одинаково хороши. Однако понятно, что чтобы понять, что же действительно ценно, да, для нас, для человека, нам нужно как бы глазами живыми на это посмотреть и сказать, вот там одно хорошо, второе плохо. Искусственный интеллект вот этому все-таки как бы не научается. Ну и третий пример – это генерация текстов. Да, вот, наверное, самые такие достижения последние, связанные с обработкой текстов, это появление моделей, которые могут продолжать некоторые начатые тексты. Вот это пример текста, который сгенерирован русскоязычной сетью GPT-3, обученной Сбербанком. Она, кстати, находится в открытом доступе, можно посмотреть, как бы, как она работает. Идея в том, что вот белый текст – это текст, написанный человеком. Значит, мы начали как бы писать новостную статью. Да? Британские исследователи университета имени Джона Леннона в Ливерпуле на прошлой неделе закончили исследование, посвященное влиянию вируса на музыкальные предпочтения английской молодежи. Они обнаружили, да, и дальше вот как бы нейросеть просит продолжить, а что же ученые обнаружили. И нейросеть выдает себе вполне осмысленный текст, значит, что у людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, музыкальные вкусы изменились. И дальше цитата профессора Гарварда Майкла О'Салливана, проценты какие-то, да, там вот еще одна цитата. То есть вот прям статья бы выглядела именно так. Действительно ли вот это правда или нет, но мы не знаем на самом деле, а вдруг как бы это так. Искусственный интеллект, он почитал много текстов, он в результате выдает что-то, что очень похоже на то, как обычно пишутся тексты. Вот. Смысл он не понимает, потому что внутри умножаются матрицы. Но тот смысл, который внутри, очень похож на другие смыслы, которые были в других текстах. Поэтому если мы, например, будем его спрашивать про какие-то факты, факты, скорее всего, будут правильные. Вот. Но никто не знает, да, их нужно проверять. И этот текст, он удивительно похож на то, что написал бы человек. Вот я пробовал, когда писать книжку совместно, да, с такой вот сетью, ну, как вот мы в детстве писали с приятелем, с моим по очереди. Вот чувство очень похожее, потому что, ну, вот ты что-то пишешь, она чего-то пишет, новое что-то пишет, интересное. Иногда, правда, мусор пишет, но нужно второй раз запустить, тогда будет лучше. Если попросить писать что-то другое, ну вот, например, для какого-то своего выступления перед детьми из кружка робототехники, я написал правила робототехники, да, такие, собирая роботы. Вот первые три – это то, что я написал, да, там, никогда не замыкай провод питания на землю, держи паяльник за правильную сторону, вот, а дальше уже нейросеть пишет, да. Не забывай, что большинство роботов ездят на колесах. Робот не может повернуть голову, но ты можешь. В принципе, это такие достаточно мудрые высказывания, да, которые сделала нейросеть. Никогда не бойся делать роботов. Очень мотивирующие. Да, человек бы не сказал бы лучше, мне кажется, вот, чем это.
Ну вот, наверное, мораль в чем? Что, с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда у нас есть инструмент, который умножает матрицы, и при этом выдает такие результаты, которые очень похожи на то, что написал бы человек. Это может означать разные вещи. Это может означать, что у нас в голове тоже просто очень хороший умножатель матриц. Да? Вот. Но в любом случае, как бы нам кажется, что все-таки у нас в голове есть там чуть больше, у нас там, по крайней мере, рассуждения есть символьные. Пока что в тех нейросетях, которые сейчас возникают, явных рассуждений, вот как бы каких-то таких вот внутреннего диалога не возникает. Там просто числа. Но как бы что будет дальше, мы посмотрим. Мы живем в очень интересное время, мы увидим, как бы, да, как совершенствуется вот этот вот самый искусственный интеллект. Но что важно, что в каких-то областях искусственный интеллект достигает результатов, сравнимых и превосходящих человека, извлекать паттерны он может лучше, и это тоже много где нужно. Вот. И использовать это можно и нужно, да, именно в роли такой вот помощи человеку и поддержки. Все, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Может быть, коллеги, у вас есть какие-нибудь вопросы к докладу? Да, Максим, если можно, вопрос задать. Да, конечно. Да, Дмитрий, спасибо большое, очень интересно, очень весело. И, знаете, хотелось спросить вот про первые примеры из Инстаграма, которые вы привели. У вас там такие картинки замечательные, а дальше вы пытаетесь сделать такой анализ. Ну, как я понимаю, там в основном линейные регрессии присутствовали, да, и какие-то простые модели заложены. Ну вот, смотрите, я обратила внимание, что те картинки, которые вы вывесили, они немножко действуют на принципы как бы искажения ожиданий, то есть невыполнения ожиданий. Вот, например, ваша фотография, вот вы такой серьезный человек, и тут у вас там какая-то такая немножко смешная физиономия, люди, может быть, от этого лайкают. Или там еда, которая расположена на тарелке, вот все обычно фотографируют там какие-то красивые бутербродики, а у вас из еды выложена тоже какая-то физиономия. Вот насколько, вообще говоря, наш анализ может учитывать вот эти вот, потому что не просто то, где была сделана фотография, не просто кто изображен на фотографии, а вот эти вот как бы контекст, да, что фотография забавна, потому что она не соответствует там, каким-то ожиданиям. Спасибо большое. Да, это, по сути дела, вопрос о том, может ли искусственный интеллект понимать иронию там, и разные тонкие вот такие вот эмоции. Да, пока что, вероятно, нет. Можно задаться вопросом, да, как бы разметить фотографии, которые, например, содержат или не содержат принцип искажения ожиданий, и пытаться научить как бы искусственный интеллект распознавать такие фотографии. Получится это или нет сделать прямо по изображению, сказать достаточно сложно, потому что у нас же вот ожидания, которые есть у нас в голове, они формируются некоторой картиной мира, да, вот общей такой вот. Скорее всего, текстовый. Ну, то есть вот мы, картина мира у нас складывается в результате чтения, там, да, какие-то вот образы, понятия. И поэтому, наверное, наибольших успехов здесь достигнут модели, не просто вот смотрящие на изображение и оттуда извлекающие паттерны, а делающие это совместно с текстом. И вот только-только-только вот сейчас появляются такие модели. Может быть, слышали, вот недавно была такая громкая новость, что Сбер обучил модель генерации изображений по тексту, когда можно написать текст, и вот появляется какая-то картинка. Вот это вот как раз пример так называемой мультимодальной модели, которая оперирует одновременно и с текстом, и с изображением. И получается, что вот такие модели, наверное, смогут приблизиться ближе всего вот к анализу таких вот сложных, да, сложных не эмоций, но вот ситуаций, да. И, наверное, да, нужно этим заниматься, нужно собирать датасеты, размечать сарказм и пытаться его там тоже как-то оцифровать. Спасибо за вопрос. Друзья, есть ли еще вопросы, комментарии, замечания? А можно тоже вопрос задать? Меня слышно? Да, вас слышно. Да, Дмитрий, спасибо огромное, тоже замечательно было, интересно послушать, и примеры чудесные. Я так сделала для себя вывод, что написание
афоризмов каких-нибудь в духе там Козьмы Прудкова или Монтэни или Ларшфуко машине удается совсем не хуже, чем антропоморфным авторам. Я хотела такой очень технический вопрос уточнить. Вот касательно текстов меня заинтересовало. Правильно ли я понимаю, что эмуляция текста происходит в том же стиле, в котором пишется текст оригинальный? Да или нет? Ну, предполагаю, что, скорее всего, да. И если да, то по вашему опыту, есть ли, показалось ли вам или показывает ли практика, что есть такие стилистически выстроенные тексты, которые хуже поддаются эмуляции, в отличие от других, которые гораздо легче эмулируются и меньше погрешностей выдают на протяжении, там, допустим, длительного письма. Вот, все, спасибо большое. Спасибо, Диана. На самом деле, здесь ситуация такая, что сеть, она обучалась на каких-то данных, и поэтому, наверное, хорошо поддаются генерации те тексты, которые похожи на эти данные. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть еще там разные жанры письма, типа поэзия, например. В поэзии помимо текста важны еще ударения. Да? А здесь как бы сеть, она не понимает же произношение слов, там, да, как ударения делаются. И поэтому ей, вот, например, поэзия дается плохо. Ну, как бы, если брать просто эту сеть, она обучена на куче прозы, во-первых, да, не только на стихи. Ну, как бы стихи там тоже были, но их не так много. Поэтому она начинает генерировать что-то такое вот чуть-чуть похожее визуально на стих, но при этом без ритма, там, да, вот без всех нужных атрибутов. И генерация стихов – это отдельная задача, которой там в силу ее интересности тоже там занимаются ребята из Сбербанка. И оно, в общем, очень дает, если правильно специально только вот стихами заниматься, дает неплохие результаты. Вот. Тексты действительно получаются в той же тематике, да, но, наверное, здесь никто не делал таких экспериментов, чтобы обучать только там, например, на коротких рассказах, на длинных и так далее, потому что просто это слишком, наверное, такое дорогое удовольствие. То есть модель, она действительно очень долго учится, это дорого стоит просто за счет вычислительных ресурсов, поэтому ее обучали просто вот на всех текстах, которые смогли найти условно. Ну, там, пытаясь выкинуть что-то не очень цензурное, да, тоже с тем или иным, с той или иной долей успеха, потому что руками-то прочесть эти тексты невозможно, да, это тоже нужно как-то руками классифицировать тоже с помощью искусственного интеллекта. Есть тонкость еще одна, про которую я умолчал, но она очень важная, что эта модель смотрит только вот на это начало. И, например, она генерирует какое-то количество текста. Очень длинный не может, потому что в какой-то момент там наступает такое зацикливание, и получается плохо. А дальше, если мы попросим сгенерировать еще одно продолжение, она каждый раз смотрит вот на это небольшое окошко текста, которое ей дают. Она не помнит, что она сгенерировала раньше. И вот весь контекст, он упрятывается в этот маленький кусочек. Маленький кусочек, он там, по-моему, 2048 токенов, то есть это где-то 1500 слов плюс-минус. Да? И вот все, что в нем есть, она может как бы хранить у себя в процессе генерации в голове. Да? Все, что за пределами, уже нет. Поэтому книгу с ней писать, осмысленную книгу с ней писать не очень хорошо. Короткий рассказ получается здорово, афоризмы получается здорово. Да? Вот как бы какую-то такую вот цель, общую картину она, конечно, не видит. Спасибо. Ну, я, с вашего позволения, тоже продолжу эту тему, потому что, к сожалению, с нами сегодня не будет Евгении Сусловой, которая как раз занимается экспериментальной поэзией, которая тоже отчасти инспирирована машинным обучением и тому подобными технологиями. Но, в принципе, мне кажется, в качестве какого-то интересного инструмента, который соучаствует в создание произведения, это действительно очень интересно, потому что я на собственном опыте, у меня есть некоторое количество экспериментальных текстов, которые я писал в соавторстве с нейросетью, и она... Да-да-да, я в курсе, кстати, я пока не посещал. И, в общем, интересно там то, что она тоже, вроде как не понимая семантический вот этот вот слой, да, какого-то глубокого значения, тем не менее она выдает очень парадоксальные формулировки, и это производит очень странный эффект. То есть она иногда производит впечатление того, что она способна на какие-то философские инсайты, да, на какие-то философские интуиции. И действительно это очень странно. Ну и, собственно говоря, мы можем это использовать именно как инструмент. Да? Мы можем сами наделять каким-то смыслом все это и, в общем-то, получать какой-то неожиданный результат. Мне кажется, что здесь это наводит на мысль, что наша интуиция, она частенько бывает именно вдохновлена случайностью. Да? То есть случайно возникшие мысли, случайно возникшим сочетанием слов –
ну, не совсем случайно, мы можем его чуть-чуть там дальше развить и причесать, да, но в целом, как бы вот, дух случайности в этом присутствует. Это нейросеть, у нее как бы этот дух случайности просто вот в крови, что называется, она только так действует, да, и дальше иногда получается что-то хорошее. Мы-то можем и случайно генерировать, и потом еще оценивать, хорошо это или плохо. Она оценивать не может, но генерировать может. А можно вопрос еще? Да, конечно. А меня слышно, да, нормально? Да, вас слышно. Но у меня такой вопрос, скорее вопрос про отношение вот, докладчика к вопросу, вот вы говорили про корреляции, и у меня вопрос, вот какое у вас отношение к корреляции и, например, к суждению в рамках причины и следствия. Ну, то есть я имею в виду, если мы помним, еще у Ламброза были примеры, где преступники, ну, либо типы преступлений создавались, но помимо этого он еще, например, занимался тем, что выстраивал индекс гениальности на основе геологических особенностей почвы, да, то есть он выискивал еще и такие корреляции. И вот у меня вопрос как раз, как вы относитесь к самому способу устраивания отношений через корреляции и к тому, что он часто к нему задается вопрос о том, что он некоторым образом выстраивается на сходство. То есть, грубо говоря, что сама кластеризация основана на том, что она порождает сходство, а, например, не учитывает различия. Спасибо. Да, спасибо. Ну, да, здесь вопрос-то, он достаточно такой понятный, и эта проблема, она действительно есть. И даже такой вот самый, наверное, явный пример, это есть какой-то сайт в интернете, где приводят графики совершенно не связанных между собой понятий, там типа, да, уровень добычи рыбы, там, как коррелирует с количеством преступлений в каком-нибудь штате США. И оказывается, что эти две вещи коррелируют. То есть можно подобрать две вещи, которые коррелируют, но при этом не будут иметь причинно-следственной связи. Также как бы и здесь, то, что мы видим корреляцию, как бы это не означает, что причинно-следственная связь есть или что она очевидная, вот. Но как бы, с другой стороны, как бы она очень вероятна, поэтому это должно нас заставить задуматься, что как бы вот такая зависимость имеет место быть, вот. И если мы ее там наблюдаем между какими-то величинами определенное время, да, мы можем на основании этого там строить прогнозы, и они с какой-то долей вероятности достаточно большой будут оказываться аккуратными. Но любой прогноз, который делает искусственный интеллект, делается с определенной как бы долей вероятности, да, поэтому вот это все нужно учитывать уже в рамках того, как мы все это используем. И поэтому все эти этические принципы, они просто нас призывают как бы относиться к этому немножко осторожно. Наверное, в силу вот как раз в том числе и этой проблемы. Спасибо. Я предлагаю передать слово следующему докладчику, потому что, к сожалению, наше время ограничено. Может быть, у нас будет какое-то время в конце секции, чтобы мы поделились всеми нашими общими соображениями. И я передаю слово Диане Гаспарян. Она просила дать ей возможность выступить в 16 часов. Диана, я передаю слово вам. Да, спасибо большое, спасибо, Максим, спасибо, коллеги. Я надеюсь, что я смогу присутствовать до самого финала, но просто чтобы синхронизировать с какими-то другими мероприятиями, да, попросила именно это время. Я запланировала составить доклад из двух частей. Сейчас я буду пытаться навигировать внутри своего собственного плана, чтобы успеть проговорить и одно, и другое. Это, в общем, как получится. Преамбула у меня следующая. Я хотела вначале поделиться какими-то соображениями философа, и, наверное, очень ценно, что это будет происходить в присутствии непосредственных специалистов по искусственному интеллекту. Тут-то и случится момент истины разоблачения возможных философских спекуляций. Но вначале хотел бы поделиться некоторыми философскими рефлексиями на тему принципиальных трудностей по созданию искусственного интеллекта в сильной версии. И потом сказать что-то скорее такое в большей степени, может быть, социологическое, связанное с тем, что если мы действительно, например, признаем, что каких-то больших шансов, да, на изготовление искусственного интеллекта, собственно, в полноценном антропоморфном виде у нас нет, то тогда возможны
страхи, опасения, связанные с угрозами этого самого искусственного интеллекта, который может проявить какую-то свойственную человеку коварность или вероломство в отношении, собственно, да, Homo sapiens. Может быть, у нас и нет никаких оснований испытывать эти страхи, но во второй части я хотела сказать, поразмышлять, да, совместно с вами на тему того, что если такого рода, то есть индуцируемые такими ожиданиями, что, наконец, мы получим вот этого полноценного гомункулуса, да, робота, который умеет делать все то же самое, что и мы, но намного лучше. Если такая перспектива отдаляется в неопределенное будущее, а может быть даже отменяется совсем, означает ли это, что мы должны совсем расслабиться, можем, да, совсем расслабиться и перестать испытывать всякие фобии, да, связанные с наступающим искусственным интеллектом. И спойлеря саму себя, скажу, что, наверное, расслабляться рано. Ну, попробую обосновать, почему. Значит, я вот по первой части, по тем, как мне кажется, ключевым, таким, ну, наиболее принципиальным и фундаментальным трудностям, которые существуют на пути создания сильной версии искусственного интеллекта, остановилась на трех. Наверное, их может быть больше. Мы знаем прекрасно, что громадное количество литературы, умножающееся в геометрической прогрессии каждую минуту, наверное, на эти темы, в том числе со стороны философов, я сейчас философов имею в виду, очень много философских текстов, связанных с искусственным интеллектом, и с размышлениями над вот этой самой интересной, наверное, для философов темы «слабый интеллект versus сильный». Поэтому аргументов за и против того, что сильный интеллект возможен и доступен, много, но я выделяю те, которые непосредственно мне кажутся именно фундаментальными. В каком смысле, я хочу пояснить. Мне кажется, что философ, ища, значит, занимаясь поиском, да, подобных аргументов, как за, так и против, ну, должен руководствоваться, собственно, философским типом аргументации, а именно его аргумент должен быть выстроен не как научный аргумент в духе «пока не умеем», например, да, или «пока это не получается», и вот я вам сейчас продемонстрирую, почему и как это пока не получается. Да. Философский аргумент, наверное, в идеале, по крайней мере, должен носить в себе, ну, то, что называется у философов, да, аподектический тип аргументации, то есть аргументацию на века, да, то есть такую всеобщую необходимую аргументацию. Аргумент должен быть в той мере умозрительно спекулятивным, а не эмпирическим, который, в общем-то, и обеспечит эту, ну, если, да, не совсем фундаменталистскую абсолютность, то, по крайней мере, приближенную к этой абсолютности логику. Поэтому, руководствуясь выбором аргументов, которые мне кажутся наиболее релевантными, я как раз-таки руководствовался этим критерием. И первое, я их выстроила по степени, так сказать, вот, ранжирования от, может быть, наименее сильных, да, к наиболее сильным и убедительным, как мне кажется. Как раз второй и третий аргумент обычно я сама использую. И вот очень было бы интересно услышать, что об этом думают специалисты, насколько они вообще как-то имеют какую-то здравость для тех людей, которые непосредственно занимаются инженерией этого искусственного интеллекта, да, не одними только теоретическими размышлениями, как вынужденные философы, было бы интересно узнать. Значит, первый аргумент, который часто высказывается и другими авторами, это аргумент, напомню, аргумент против, да, возможности создать сильную версию искусственного интеллекта, такой вот аргумент от аффекта, от аффектации, от наличия эмоциональной сферы у искусственного интеллекта. Ну, понятный интуитивный аргумент, на поверхности лежит его евристичность, так сказать. Понятно, что, по крайней мере, на уровне одного лишь только сопоставления, то есть когда мы говорим, что сильный интеллект должен эмулировать человеческий, а человеческий демонстрирует признаки аффектации даже в самых, как нам кажется, ну, таких технически калькулируемых функциях, да. Поэтому даже на уровне сходства вроде бы нет этого самого сходства, и непонятно, как его достичь. Ну, я бы тут немножко усугубила бы, да, это соображение, сказав, что дело не только в таком банальном внешнем сходстве,
которое представляется малодостижимым. А дело в том, что, по-видимому, есть основания подозревать, что антропоморфный интеллект, занимаясь даже решением в достаточной степени технических задач, которые как раз-таки хорошо поддаются алгоритмизации и компьютеризации, даже там в качестве, как говорят философы, да, конституирующего функционала, то есть существенно важной инструментальной части этого калькулирующего процесса является аффект, какая-то эмоциональная составляющая. Ну, я не знаю, какие здесь можно примеры приводить, но что-то очень простое, например, и компьютер играет в шахматы, и, в общем, делает это лучше, чем человек, как известно, и человек играет в шахматы, но у человека есть желание выиграть, например, или там у него есть фрустрация в связи с проигрышем, да, у машины нет желания выиграть и нет фрустрации в связи с выигрышем, вернее, в связи с проигрышем, и это дает нам основание задуматься, в каком смысле, да, существенен аффект для человеческого, например, интеллекта, то есть для определенного типа интеллекта, если, вот, например, машина играет очень даже хорошо, не испытывая этих аффектов. Но, по-видимому, идея заключается в том, что человеческая аффектация, она является ресурсом для волюнтаристского прерывания какой-либо мыслительной деятельности. То есть человек обрывает мыслительный процесс по непонятным для алгоритмической логики основаниям. Часто, то есть вот, то, что, ну, и в логике, и в философии называется бесконечным регрессом, вот человеку не грозит, потому что мы выстраиваем свои мыслительные цепочки, инициируем их и сворачиваем не согласно логике самой внутренней мыслительной цепочки, а зачастую именно в силу эмоционального события, да, не интеллектуального события, а эмоционального события. Вот, вот здесь можно, наверное, долго разбираться с этим, может быть, это как раз в режиме потом круглого стола, мы поговорим или в дискуссии. Вот этот мотив, он часто его связывают еще и с этической составляющей и добавляют еще этот аргумент, да, что машина является таким внеморальным и этическим нейтральным, ценностным нейтральным образованием, и здесь еще возникают, опять же, трудности создания некоторого подобия, да, но это как раз наиболее сложный вопрос, как он мне представляется, вот есть очень большое поле для разных дискуссий, потому как этическое понимается в философии многими способами, но двумя, как минимум двумя основными, кардинально противоположными, это что-то вроде Юм против Канта, юмианская гипотеза о природе этического состоит именно в том, что в основе этического чувства или действия, как следствие этого чувства, да, и лежит именно эмоция или аффект. Мы в той мере, в которой мы природно эмпатичны, да, природно милосердны, через, сейчас бы мы, там, поясняя Юма, сказали бы, через способность перенести ощущения другого, интериоризировать их, да, на себя. И таким образом мы, как бы, всегда немножко эгоцентрические, моральные. А вот в той мере, в которой это так, согласно вот этой юмианской логике, мы можем выступать этическими существами. Ясно, что противоположная позиция, как раз кантовская позиция ригоризма, прямо противоположна этой версии и утверждает, что это очень неправильная и опасная трактовка этического, потому что, ну, если бы Кант мог воспользоваться современными примерами, то он сказал бы что-то вроде того, что если так, то вот мы берем любого непсихотика, да, вызываем, так сказать, в его мозге те процессы, которые отключают вот эти, например,
физиологически детерминированные состояния, отвечающие за эмпатию, как-то влияем на тот субстрат, который ответственен за эту эмпатию, мы получаем гарантированным образом психотика, социопата, например, да, и в этом смысле аморальное существо. В той мере, в которой определенной этической программе, в данном случае программе ригоризма, важно сохранить этическое как вне физиологическое и в этом смысле вне эмоциональное, то ригоризм как раз-таки говорит нам о том, что моральные поступки не должны быть фундированы никакими аффектами, иначе мы потеряем всякую логику морального как такового. И вот здесь как раз мне представляется такая очень парадоксальная проблема для будущего искусственного интеллекта, потому что здесь как раз-таки создатели искусственного интеллекта могут сказать, что это прекрасно в той мере, в которой моральное может быть вынесено за пределы, да, вот этого аффективного и, ну, если тут еще натурализм добавлять, еще и живого, в смысле органического, да, если вынести за пределы органического, если это действительно то, что подлежит кодификации правил, как это примерно видится в рамках такого вот кантовского ригоризма строгого, то это, например, то, что можно алгоритмизировать. Поэтому здесь вот как раз-таки такая достаточно открытая площадка для возможных размышлений. Значит, второй важный аргумент, вот мне он кажется, может быть, даже более убедительным, хотя и как мне кажется, может быть, не сразу понятным, не только за пределами, но точно совершенно, что за пределами философского сообщества, но иногда даже вот, ну, в определенных, так сказать, да, для определенной философской традиции, может быть, нужны какие-то определенные усилия для того, чтобы понять, о чем идет речь. Это аргумент от несовпадения таких понятий, как значение и смысл. И вообще тематизация именно концепта смысла как важнейшего краеугольного явления, которое, будучи доступным, да, человеческому интеллекту, коль скоро как раз мы говорим об интеллекте, оказывается совершенно не считываемым различными процедурами алгоритмизации, таким слепым пятном своего рода. Значит, что здесь подразумевается? Ну, я очень телеграфно, к сожалению. Опять же, можно сразу апеллировать к какому-то примеру, чтобы долго, да, не рассуждать теоретически. Ну, вот я тут такой, нужно будет какие-то свои лингвистические инстинкты, может быть, опросить в данном случае. Лучше к примеру обратиться. Ну, вот, допустим, у нас есть две фразы. Одна фраза звучит как «что значит, что яблоко зеленое?» Да, вопросы о значении. Выглядит так. Что значит, что яблоко зеленое? Что значит, что яблоко круглое? Что значит, что яблоко вкусное? Сравним этот вопрос с вопросом, какой смысл в том, каков смысл, да, в том, что яблоко зеленое? Какой смысл в том, что оно круглое? Какой смысл в том, что яблоко вкусное? Вот, на первый взгляд, почему я говорю, что это такая достаточно тонкая дистинкция, в том числе, может быть, для самих философских манипуляций, на первый взгляд, может быть, здесь нет никакого отличия. Более того, для определенных языковых практик, я имею в виду в данном случае естественно языковых, например, там для английского языка, в английском языке для демонстрации этого различия потребуется колоссальное усилие. Мне даже, пока мне даже непонятно, как это можно воспроизвести в определенных языках. Для немецкого, боюсь, вот Максим, может быть, мне поможет, ничего не могу сказать про французский, ну и для русского языка здесь больших сложностей нет, потому что в нашем языке слово «смысл» действительно функционирует, и в немецком тоже функционирует как своеобразное понятие, которое можно очень долго с ним разбираться, его практически невозможно будет заформализовать, даже, я имею в виду, не компьютерно заформализовать, а семантически, лингвистически, да, философски заформализовать. Потому что в отличие от значения и вопроса, какой знак, в чем значение того, что яблоко круглое, мы просто демонстрируем круглое яблоко и говорим, вот, да, ну что значит, что яблоко круглое, вот что это значит. Да, мы демонстрируем этот объект. Вопрос о смысле. Какой смысл в том, что яблоко круглое, что сюда зашито? Интуитивно, может быть, мы это сразу почувствуем, может быть, нет, но вот сейчас я попробую пояснить.
какого вопроса о смысле, это вопрос о цели и ценности. Здесь явно звучит ценностный вопрос, да, почему в мире есть зеленые, круглые, вкусные яблоки, при том, что их могло бы и не быть, да, почему этот объект вообще есть. Ну, это, конечно, метафизический вопрос, для философов тут более ясно сразу, вот, подсказки существуют. Нет, то есть это, во-первых, ценностный вопрос и целевой вопрос. То есть есть ли какая-то цель, но только не причинно-следственная, да, опять же, это вот что будет делать ученый? Он будет мне рассказывать биологическую историю. Яблоко расскажет, что вот оно зеленое, потому что вот у него такой-то химический состав, а кислое, потому что вот еще такой химический состав и так далее. Наверное, что к любой объяснительной цепочке мы всегда можем, как если бы никакого объяснения не было, подставить вот этот смысловой вопрос. А почему у яблока такой химический состав? Да? Какой смысл в том, что в мире есть объект с таким химическим составом? И вот мне представляется, что дело не в том, что, опять же, это был бы эмпирический сейчас аргумент, если бы я сказала, что машине, наверное, крайне сложно задать различие между этими двумя типами вопросов, да? Между метафизическим и физическим типом вопрошания. Потому что, например, разработчик мне скажет, да, что-то пока не получается, ну, дайте время. Философский аргумент здесь, наверное, будет заключаться в том, что в той мере, в которой мы плохо понимаем природу этого отличия сами, то есть мы интуитивно ее чувствуем, мы ее реализуем, не только в высокосложных и близких к философским рассуждениям, но и зачастую гораздо более простым рассуждениям, да, в обычной жизни человек в состоянии улавливать эту разницу, и вообще смысловое обрамление, да, смысловой контекст значительного числа умственных действий, которые совершает человек, является совершенно естественным, естественным образом встроенным событием в процессе мышления для человека. Мы всегда себе отдаем в этом отчет, но можно, так сказать, заняться такой анатомией мышления, и философы это как раз любят очень делать, и показать, где этот контекст выстроен смысловой. Вот, так вот, такой, собственно, философский аргумент будет, наверное, заключаться в том, что в той мере, в которой мы сами плохо понимаем, то есть на сегодняшний день, да, не существует хорошей, например, философской теории смысла, которая бы объясняла, как можно было бы формализовать и как можно было бы, какую можно дать дескрипцию смысла, да, как, например, можно, какую можно дать дескрипцию самому этому различию между значением и смыслом и так далее. В той мере, в которой мы не понимаем, с чем мы имеем дело, мы не можем это эмулировать. Да, просто нечего задавать машине, коль скоро мы просто не понимаем, что мы должны задавать. И здесь я как раз перехожу к третьему заключительному аргументу. Он полностью возобновляет то, что вот я сказала в заключении второго. Это аргумент в самом общем виде, который, мне кажется, вот наиболее, может быть, философски емким. Это как раз-таки аргумент о том, что, по-видимому, ключевые трудности, связанные с созданием сильной версии искусственного интеллекта, связаны именно с тем, что вот та мечта, которой руководствуется человек о создании некоторого гомункулуса, то есть, по сути, подобие себя. Да, сильный интеллект – это полное, без купюр каких бы то ни было, да, полномасштабная версия самого человека. Ну, как здесь ставится задача? Задача здесь фактически ставится очень просто. Она звучит следующим образом. Мы тогда достигаем успеха, если мы понимаем все о самих себе. Да? Если мы понимаем все и сразу об устройстве нашего, ну, в данном случае, пусть будет мыслительного процесса, то мы тогда совершенно успешно эту задачу перекладываем на любой другой носитель. Да? То есть здесь носитель действительно перестает быть важным, потому что принцип разгадан. Да? Дело в разгадке принципа. И здесь опять мой аргумент, который, как мне хочется, чтобы он звучал именно не эмпирически, не по-научному, да, это не сцентистский аргумент, а философский, он, наверное, звучит следующим образом. Дело не в том, что до сих пор, например, человечество, в том числе философы, которые все время вокруг этих проблем,
вращаются, не в состоянии рассказать нам о том, каким образом устроено, каково устройство разума, сознания и мышления. Это немножко все разные термины, по идее, в философии. Ну, пусть мы их сейчас здесь каким-то таким единым смысловым потоком используем, как синонимический ряд понятий. Вот. Дело не в том, что пока это не ясно. Дело в том, что у философов, ну, опять же, у определенного философского направления, это скорее вот направление трансцендентализма, которое противостоит натурализму, у философского трансцендентализма, у такой программы, да, есть теоретический ответы, теоретическое видение того, почему это невозможно и может ли быть это вообще возможно. И аргумент этот заключается в том, что сама природа наблюдателя, сама природа наблюдения, сама диспозиция мышления, мыслимое, да, сознание, сознаваемое, вот вообще то положение дел, да, которое мы характеризуем как реальность, как реальное, которая скопом захватывает и констатацию об этой реальности, и, собственно, то, что индуцирует эту констатацию, называет заинтересованность этой констатации. Вот этот вот единый гештальт неразделенный, сама его логика такова, что в ней фигура наблюдателя никогда не является частью того опыта, частью той предметной данности, да, которая дается ему в качестве самой этой данности. Это вот большой философский аргумент. То есть сама конструкция получения, да, некоторой данности или некоторой реальности включает вот это условие. Условие того, которое может звучать по-разному, можно задавать, но вот одно из служебных способов задавания этой идеи будет так, например, способы организации, да, реальности, с которой мы имеем дело, являются частью самой этой реальности. Да, и, ну, или там способ конструирования опыта не является частью самого опыта. И если так, тогда получается, что то, к чему мы вот каждый раз подходим вплотную, и то, что мы именно это хотели бы воссоздать и воспроизвести, именно с этим мы, в принципе, не имеем дела никоим образом, пока продолжается живой процесс наблюдения. Но это, опять же, философский довод, с ним можно не соглашаться и спорить, и, наверное, в этом заключается отдельная философская работа, не буду здесь углубляться. И вот сейчас я очень коротко могу сказать, перейти ко второй части, которая как раз на тему того, что тогда нам остается. То есть если, например, вот эти аргументы, ну, хотя бы, может быть, частично хотя бы имеют под собой какую-то здравость, то тогда, может быть, вот эти разговоры, которые действительно в какой-то момент стали очень популярными и очень волнительными для человечества, о том, что искусственный интеллект галопирующим образом развивается и стремительно совершенствуется, и вот уже дышит нам, так сказать, уже даже не в спину, а практически в лицо вот этот вот мощный киборг, который почему-то должен оказаться злонамеренным. Это отдельная история рассуждения на тему того, почему мы его таким видим. Поэтому тоже есть, надо сказать, определенные основания. Но в любом случае, чего мы боимся? Мы боимся неопределенности. Даже если кто-то посмеется, был доклад Вадима Валерьевича Васильева, совершенно замечательный, на тему некоторой иронии того, почему мы наделяем искусственный интеллект злобствующими такими намерениями, почему мы не видим его в качестве гуманитарно вовлеченного в нашу человеческую жизнь. Но ясно, что нас может на время успокоить такое, такие симпатии, да, по отношению к пока нерожденному искусственному интеллекту полностью,
воссоздающему человеку, но все равно мы будем бояться неизвестности. Вот это неотменимое совершенно человеческое свойство, бояться некоторой неопределенности. И поэтому, если все-таки убрать вот этот страх, да, связанный с тем, что все-таки некто, кто может конкурировать с нами по нашей интеллектуальной или, собственно, да, человеческой экзистенциальной мощности, не будет никогда рожден, то, быть может, эти страхи должны совсем отступить. Но дело в том, что одним из ключевых факторов, снимающих опасения, да, является тезис о том, что человеку тогда и человеку и человечеству тогда ничего не угрожает, пока мы удерживаем контроль. И фактически вот эти страхи, что а вдруг мы потеряем этот контроль, а вдруг машина будет умнее и сильнее, и мы естественным образом контроль потеряем, и тогда мы как более слабое существо должны будем подчиниться. То есть, по большому счету, все вращается вокруг страха утраты контроля, сохранения или утраты контроля. И вот здесь мне кажется, что положение дел немного хитрее, чем может показаться, потому что даже при том, что мы утверждаем, да, что вот наличие этой компьютерной реальности, вот этого некого существа, которое может оказаться мощнее нас, в ближайшем будущем появится, тут мы, когда мы об этом говорим, у нас явно работает следующая модель. Мы считаем, что есть некая реальность сейчас, да, которой, на смену которой должно прийти в качестве некого нового события вот этот высокоразвитый, сильный искусственный интеллект. Вот мы каждый день, да, читаем сводки, кто следит за этими новостями, вот был пример с британскими учеными, мы читаем, вот сегодня он уже появился, нет, сегодня он еще не появился, пока мы удерживаем контроль, и на следующий день мы удерживаем контроль, и в ближайшие десятилетия, может быть, удержим, а вот дальше футурологические прогнозы мы читаем уже с большим страхом. И у нас есть ощущение, что это случится как некое новое событие, которое может в какой-то момент произойти. Но вот здесь как раз в своих тезисах я цитировала текст Делёза, который в свою очередь цитировал философа, ну не философа, а нейрофизиолог, скорее философствующего Биша, концепция смерти Биша, где он пишет, что смерть не является событием, случающимся в конце жизни, она, скорее, она равнообъемна жизни и распределена по всей поверхности жизни. Так вот, вдохновляясь этой метафорой, я бы хотела сказать, что к искусственному интеллекту, наверное, нужно относиться таким же, ну, диалектическим способом, разоблачим тут смену парадигмы. Вот та парадигма, когда мы считаем, что возникнет новое событие, это такая, скорее, ну, не знаю, аналитическая, может быть, парадигма, а вот та, которая говорит нам о некотором смешении, например, как в этой метафоре, да, жизни и смерти, когда мы говорим, что смерть не является новым событием, которое появляется в финале жизни. Жизнь есть умирание. Потому что РГ, причем здесь вполне себе, здесь это можно и нужно понимать как раз как вполне фундированную конкретным эмпирическим органическим, да, смыслом эту идею, потому что физиологический и органический процесс жизни есть ежемгновенное сворачивание этих самых жизненных циклов. Это действительно процесс, растянутый во времени процесс умирания. Так вот, если использовать эту модель, тогда мы можем сказать, что искусственный интеллект является тем, который вот может или не может в качестве сильного появиться в какой-то момент. Это есть тот удивительный процесс, который происходит, причем уже давно, растянут во времени. Вот здесь сейчас это все происходит с нами. И это происходит именно с нами. То есть речь не идет о том, что к нам навстречу из лаборатории в какой-то назначенный день X выйдет навстречу вот этот оснащенный всеми возможностями страшный, а может быть, любезный и добрый киборг. Речь исключая, то есть речь идет скорее о том, что здесь сейчас, проживая свою собственную жизнь, человечество планомерно трансформируется под воздействием цифровых технологий.
И вот компьютеризация, цифровая технология, комплекс цифровых технологий фактически становится тем, что принято называть практиками, да, некими есть теми глобальными тотальными практиками, которые формируют и формуют человека. Ну, примеры мы знаем. Это практика языковая, например. Да? Человек как носитель языковых компетенций не рождается с ними, но доформируется по месту той языковой средой, той языковой практикой, в которую он попадает. Это глобальная практика, которая внешне доделывает человека до определенной полноты, до определенного вида, до определенной целостности. И то же самое мы знаем про социальные практики, про культурные и прочие практики. То, что входит в состав человечности и человеческой природы. Так вот, цифровые технологии стали практикой новой во многом. Опять же, это не стало неким событием, вдруг возникшим как бог из машины, да, в какой-то момент она достаточно долго приуготовлялась, но это сейчас не будем прослеживать всю историю, но сейчас она работает как практика. Если она работает сейчас как практика, то она вступает в те доформирующие человека права, каково является, например, языковая практика. И мы говорим, потому что мы попадаем в среду себе подобных говорящих. Соответственно, мы все больше сейчас попадаем по факту рождения в среды, которые устроены как комплексы либо цифровых технологий, либо неких вот этих антропоморфных искусственных интеллектов. Да, если, это пусть будет каким-то примером иллюстрации, чтобы хотя бы понять примерно, о чем я говорю, но на правах какого-то примера. Если предположить, да, что наше общение с чат-ботами увеличивается в количестве и во времени, и происходит, например, более повсеместно и с раннего детства, да, если предположить, что мы не только коммуницируем с ботами, решая какие-то повседневные задачи, но, например, если предположить, что какие-то образовательные функции, какие-то воспитательные, какие-то, естественно, коммуникативные функции, которые в обязательном порядке в окружают человека, припоручены, например, ботом, то очевидно, что мы меняемся в ответ, да, на этот посыл. Это можно проследить по тому, как мы отвечаем на короткие, значит, сообщения ботов. То есть, ну, можно, например, заметить, что пока еще чат-боты имитируют человеческую коммуникацию, но мы хорошо понимаем и можем даже это заметить, что и мы меняемся, да, пытаясь имитировать эту коммуникацию, потому что она должна быть лаконичной, сокращенной. Мы думаем, как сформулировать так, чтобы меня понял вот этот компьютерный помощник. Да? Ну, можно много приводить примеров. Всем известны примеры, что там, для того, чтобы в каком-то мессенджере мы смогли написаться и им и воспользоваться, мы должны писать короче, опять же, да, техничнее и менее поэтично и так далее. Вот нечто подобное я имею в виду, и закругляясь, наверное, да, прошу прощения, точно закругляясь, фактически хочу сказать, что вот если перемоделировать немножко, да, наши рассуждения, ну, вернее, наши эмоции, связанные с возможными страхами, да, о том, что вот этот искусственный интеллект встанет рядом с нами, при том, что мы останемся прежними, вот мы так этого боимся, что мы остаемся прежними, но появляется с нами тот, кто теперь будет с нами конкурировать в очень невыгодных для нас условиях. Если поменять эту модель, увидеть ее по-другому, что скорее риски заключаются в том, что мы меняемся, и мы поменяемся до той степени, которая сделает невозможным вот этот главный принцип, который я вначале озвучила, удержание контроля. Потому что удерживаем мы контроль тогда, когда мы хорошо понимаем разницу между собой и не собой. И как только эта разница истирается и становится все менее очевидной, то вопрос об удержании контроля тоже становится все менее трудновыполнимым. Вот, все, спасибо большое. Наверное, я здесь закончу.
Спасибо. Извините, если я вышла. Да, да, спасибо, Диана Игдиковна, за доклад. Можем похлопать нашим камерным коллективу. Да, у нас на самом деле осталось время буквально на пару коротких вопросов. И если у кого-то они есть, вы можете их задать прямо сейчас. Да, Николай Викторович Катаргин. Я, к сожалению, попал не на ту секцию, у меня доклад, но ближе к вашей тематике. Диана, может быть, запишите мой адрес ннн.кк Яндекс. 3М3К Яндекс. Я сброшу доклад. Ну, доклад на тему, что роботы на самом деле они есть, они уже вовсю действуют, и идет Четвертая мировая война. У меня это доклад в секции роботехники. Вот два слова я сказал, кому интересно, сброшу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. НННККК. Спасибо большое. Комментарии от Кэти. Ну, я хотела поблагодарить Диану за эти три аргумента. Они мне кажутся очень важными. И я бы сказала, что I couldn't agree more, да, вот. И я хотела просто в пандан такой анекдот от Жижика, чего не может искусственный интеллект. Есть такой анекдот. Приходит человек в кафе и просит принести кофе без молока. И официант отвечает, что у них есть только кофе без сливок. Так вот, искусственный интеллект не мог бы отличить кофе без молока и кофе без сливок. Но вот если серьезно, то вот в своей статье о слабости разума по сравнению с интеллектом искусственным я тоже ставила этот вопрос о необходимой и необратимой слабости. И к тому, что вы перечислили, вот аффективность, опыт несобственного общего, а также опыт немыслимого, который, допустим, искусственный интеллект не может охватить, я бы еще добавила страх смерти и смерть, и смертность, хотя вот вы в связи с Делёзом это упомянули, страх смерти и смертность, а также влечение к смерти, которая, в принципе, формирует разум. И именно вот этой формирующей конструкции, наверное, в таком вечном дизайне искусственного интеллекта нет. Спасибо большое, Кэти. Теперь уж я должна сказать «I couldn't agree more», потому что смерть однозначно входит в состав конституирования человеческого интеллекта, да. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы или комментарии? У нас есть буквально пару минут. Максим, можно мне маленькую добавочку? Да? Диана тут говорила в какой-то момент о важности смысла, в общем-то, о трудности такого чисто лингвистического различения смысла и значения. Но я вот в копилку всяких лингвистических вещей хотела добавить. В итальянском языке, я изучала философию в Италии, но очень любят тоже играть на этом различии между сенсо и сигнификато. И более того, там есть какие-то теории, которые вот очень выстраиваются на том, что в итальянском языке, например, название дорог с односторонним движением называется senso unico, уникальный смысл, или уникальное направление, единственное направление. И поэтому мои профессора всегда подчеркивали, что senso, вот смысл, имеет такое значение направленности, да, указание куда-то двигаться, вот туда двигайтесь. Да. То есть привязывается здесь и ценности, и цели. И, конечно, много я слышала всяких замечаний в адрес английского языка, что английский язык не способный произвести это развлечение, вообще говоря, философским языком не является. Но оставим это на совести моих итальянских профессоров. Наверное, люди, владеющие хорошо английским, не согласятся с такой оценкой английского языка. Но, тем не менее, вот такие вещи в итальянской философии тоже присутствуют. Может, нам имеет смысл обращаться и к французской, и к итальянской, и к немецкой философии в этих наших размышлениях. Спасибо большое. Спасибо, Даш. Ну да, язык явно определяет. Язык дом бытия. Это философствование.
Тоже, если можно, несколько комментариев. Да, спасибо. На самом деле, вот я хотел попытаться чуть-чуть с технической точки зрения вбросить, вот, как мы можем относиться к эмоциям. Да, и кажется, что у человека эмоции управляются во многом химией, и они нужны для того, чтобы устанавливать функции. Ну, функции, которые позволяют нам выживать условно, да, то есть вот как бы мы видим опасность, да, у нас кортизол, как бы эмоции, и они как бы приводят к тому, что мы этот опыт стараемся не испытывать. И по сути дела, ну, это очень похоже на то, как обучается искусственный интеллект, только эти функции навешивает на него разработчик, да, как мы хотим, какое поведение мы хотим достичь. А здесь как бы получается это навесила эволюция. И в целом, вот если мы говорим про смыслы, ну мы же как бы не можем сравнивать искусственный интеллект с нами, потому какие у него смыслы есть внутри, потому что мы не знаем, какие смыслы у него внутри. У него некоторое свое понятие, как бы своя какая-то понятийная база вырабатывается. Вот если говорить, например, про систему перевода, да, там несколько лет назад Google перешел с перевода попарного между, как бы с одного языка на другой к переводу через некий мета-язык, да, который является над языком, по сути дела, да, и вмещает в себя смыслы с других, с разных человеческих языков. Да, то есть он в некотором смысле является над множеством человеческих языков, но при этом это не совсем язык в традиционном понимании, это просто некоторый набор понятий, некоторый набор векторов, и между ними там есть отношение близости. И вот говорить о том, что он там условно возникший в машине, этот вот самый словарь там, да, и картина мира, что она там сильно более бедная, чем у человека, но это как бы, наверное, чуть-чуть тоже упрощенно. Да? То есть мы просто не можем провести явную параллель. Поэтому, когда мы оцениваем искусственный интеллект, мы оцениваем его условно по делам. Да? Вот он может решить такую-то задачу, хорошо, значит, он молодец. Он может прочесть текст, там, его ответить на вопросы по тексту, да? Значит, он текст понимает, ну, условно. Да? Хотя на самом деле мы знаем, что он его не понимает. Но при этом как бы, как мы можем это прочувствовать, да, только дав ему какую-то задачу, вот, да, условно, и вот если он с ней справляется, мы видим, что как бы он приближается к нам. Ну вот в этом смысле как бы, конечно, ученые, они все упрощают, да, вот эти, я имею в виду технические, да, специалисты, к чему-то измеримому. Но, наверное, это и неплохо, потому что это действительно способ понять, значит, где мы находимся. Угу. Спасибо, Дмитрий. Можно, да, Максим, коротенько я прокомментирую? Вот, Дмитрий, спасибо. В принципе, я с вами полностью согласна. Это, по идее, и философский тоже аргумент. Конечно, ни о каком другом, ни о компьютерном, ни о предположительно антропоморфном. Вот здесь и компьютер, и на чем основан, да, тест Тьюринга, потому что и машина, и каждый, прошу прощения, из вас, не только сидящий в окошке, но даже если бы мы сейчас сидели вплотную рядом вот в одной аудитории, даны мне, да, как каждый вот из этих существ дан мне как некая гипотеза в то, что там внутри есть такое же содержание, которое есть у меня. Ну, знаменитый аргумент современный относительно, да, философский зомби, аргумент от зомби Чалмерса об этом, да, мы можем что угодно проделывать с другим, он может смеяться в ответ на мои шутки, он может вскрикивать, если я его укалываю булавкой, но все это, даже это не дает мне оснований быть уверенным, что там внутри. И поэтому я с вами полностью согласна, конечно, только по проявлениям, при том, что они тоже дают только вероятностную картину, но совершенно точно никаких суждений о внутреннем любого другого, кроме своего собственного приватного, быть не может. Но тут у меня, как раз я когда писала статью об этом, вот про значение смысла, вот тут не знаю, просто сейчас нет времени, мне всегда очень интересно проверить именно на тех, кто имеет непосредственно отношение к искусственному интеллекту, вообще есть какой-то смысл в том, что я, смысл как раз-таки в том, что я нафантазировала, потому что у меня был такой пример, что по всей видимости, если, например, мы, ну, в духе там теста Тьюринга, да, что если мы даем машине разные задания, вот, например, одно задание, где явно нарушен синтаксис, ну, какой-то рассказ, вот вы тоже приводили пример с рассказом, где, ну, там, условно, за 5 сцен, да, и там в первой сцене какой-нибудь Петров разбивает витрину, во второй сцене Сидоров встречается со школьным другом, в третьей инопланетяне оккупируют Землю, в четвертом еще что-то происходит с другими людьми или там событиями, в пятой совершенно другое. Значит, и спрашиваю машины, получился у меня рассказ? Но машина говорит, нет, это не рассказ, здесь нарушен синтаксис. Дальше что я делаю? Я соберу эти же 5 сцен, оставляю одного Петрова,
В первой сцене Петров разбивает витрину, во второй встречается со школьным другом, в третьей его посещают инопланетяне, в четвертой он участвует в ограблении банка, в пятой он, значит, ну, например, садится и пишет рассказ об этом. Хотя это, кстати, уже лучшая сцена, давайте нет, давайте что-то в духе того, что он встречается с еще одним школьным другом. Даю машине, спрашиваю, получился у меня рассказ? Вот тут у меня гипотеза, что, скорее всего, машина скажет, да, все нормально, синтаксис есть, один и тот же Петров, вот у него там, вот, значит, еще в чем проблема. И только человек, дочитывая до конца, спрашивает, и что? Вот, тут на это масса, конечно, возражений, я знаю, мы это, когда я с кем-то обсуждаю, я уже слышала на тему того, что мне приводят в пример, говорят, а как же быть там сюрреалистическими разными кинематографами, там Макхолланд Драйв рекомендует пересмотреть Дэвида Линча и вообще всего Линча, ну или там даже этого самого Феллини, вот, то есть, ну есть же сюрреалистический ряд, но... В человек по-прежнему такое ощущение, что мы понимаем, ну, как бы мы отличаем реализм от сюрреализма, да, это я там отличу фильм, там, я не знаю, «Три мушкетера» от фильма «Макхолланд Драйв» сюжетно. А вот у меня вопрос интуитивно, мне кажется, что машина эти различия не проведет, потому что если соблюден синтаксис, то то, что человек называет моралью, ну или там смыслом, да, к чему эти пять сцен, что я должна извлечь отсюда? Это совершенно необъяснимый ингредиент. Вот его, видимо, машина упускает. То есть я вот так планирую проверить, понимает машина, считывает смысловое измерение или нет. Но тут уж надо проверять, конечно. Спасибо, Диана Эдиковна. И я предлагаю передать слово нашему следующему докладчику. Это Олеся Кирчик. Я передаю слово вам. Спасибо, Максим. Я зайду сейчас к нашей теме, наверное, немножко с другой стороны и попытаюсь развернуть в эту дискуссию, как бы отойти от вопроса о том, понимает ли машина смыслы, да, попробую дать некую другую формулировку дилеммы, которая, мне кажется, значимой, да, через воссоздание некой истории искусственного интеллекта, некоторой параллельной или альтернативной истории, которую я нахожу в Советском Союзе. И продуктом которой, видимо, является и Дмитрий тоже, но сейчас мы это проверим. Ну, как мы знаем, доминирующие концепции искусственного интеллекта, те, которые мы сейчас обсуждаем, в том числе, имеют в своей основе вот это очень механистическое понимание разума, интеллекта, сводящее мышление к объективно измеримым и формализуемым процессам, происходящим в мозге. И, как мы знаем, для искусственного интеллекта и когнитивной науки базовой стала метафора мозга как вычислительной машины, компьютера. И вот в этом моем сегодняшнем сообщении я бы хотела рассказать об альтернативной советской истории, где указанная базовая метафора отнюдь не стала доминирующей. Напротив, очень активно критиковалась. И причем, что важно, не только ортодоксальными марксистско-ленинскими философами, но и в широком круге дисциплин. И в том числе, и что важно, связанных с кибернетикой и моделированием интеллектуальных процессов. Мало кто об этом знает и помнит, за исключением Дмитрия, возможно, в этой аудитории, что в Советском Союзе развивались различные направления, которые можно отнести к сфере искусственного интеллекта, и даже предпринимались попытки институциализации искусственного интеллекта внутри Академии наук. Вот интересно, что впервые в советских академических номенклатурах понятие искусственного интеллекта появилось в 1973 году. Был создан научный совет, даже целых два, по проблеме искусственный интеллект. Это выражение было использовано внутри научного совета по кибернетике и по системному анализу при президиуме Академии наук. Были проведены конференции. Первая конференция советская по искусственному интеллекту в 1974 году в Тбилиси и в 1975 году
Также в Тбилиси была проведена первая международная конференция по искусственному интеллекту, в которую приехали все самые значимые специалисты в этой сфере, включая такие где, как Маккарти, Минский и прочие. Ну, появились научные лаборатории, исследовательские группы, проекты, которые поэксплицитно занимались искусственным интеллектом. И парадоксальным образом, при всем при этом, в кругу вот этого советского истеблишмента искусственного интеллекта, который как раз стал появляться в этот момент, наиболее расхожим было представление о том, что искусственного интеллекта не существует. Вот так это и повторялось из года в год, из одного выступления, из доклада в доклад. Ну, как бы мы сказали, в сильном понимании, да, то есть как искусственный интеллект, как некая независимая мыслящая сущность, равная или превосходящая человека. И чтобы прояснить вот эту довольно парадоксальную позицию, важно понять, что советские специалисты по искусственному интеллекту понимали под этим термином, в каком смысле они пытались создать то, чего нет и быть никогда не может. Для этого нужно вернуться к основополагающей с этой точки зрения дискуссии о кибернетике, которая имела место в конце 50-х годов и в первой половине 60-х. Потому что именно кибернетика в Советском Союзе, ну, не только в Советском Союзе, да, стала тем местом, внутри и вокруг которого возникали смысловые поля напряжения, поделившие восприятие всех этих вещей в советском контексте. В уже сложившейся историографии, посвященной рецепции западной кибернетики и борьбе за признание этой науки в Советском Союзе, ну, я имею в виду, прежде всего, известную книгу Славы Героича, также целый ряд других работ, традиционно рисуется такая картина гонений, которым подвергалась прогрессивная научно-техническая интеллигенция, ратующая за развитие вычислительной техники, объективного математизированного знания со стороны ретроградных философов и идеологов, выступающих против технического прогресса. Вот такая несколько гротескная картина, на мой взгляд, требует корректировки. Важно понять, в чем именно состояло несогласие относительно кибернетики, в чем состояла дилемма. Сложившейся в историографии, в самоописаниях этого поля принято говорить о гонениях на кибернетику в связи с несколькими критическими статьями, самая известная из которых анонимная статья 1953 года в журнале «Вопросы философии» за подписью «Материалист». Потом были другие несколько других статей, в которых кибернетика в очень таком полемическом ключе была названа даже лженаукой. Вот. И поскольку кибернетика – это такое очень нестабильное, плавающее, означающее, важно понять, против чего выступали критики кибернетики, с кем или чем они боролись. На самом деле, если посмотреть на дискуссии и публикации этих лет чуть более внимательно, становится понятно, что довольно быстро был достигнут консенсус о пользе компьютеров для решения военных оборотных задач. Ну, об этом, наверное, споров и вовсе не было. Просто с 40-х годов было понятно покорение космоса, и также с конца 50-х годов сложился вполне консенсус о том, что компьютеры, кибернетика – важная вещь для развития народного хозяйства и многих разных других сфер. И, собственно, споры, критику и разногласия вызывала та самая метафора компьютера как мозга, которую я начала, и, соответственно, мозга как компьютера, а мышление как протекающих в мозгу дискретных вычислительных процессов. Но и по этому вопросу консенсус был тоже достигнут относительно быстро. Он намечается уже даже в середине 50-х, и в конце 50-х это уже такой здравый смысл этого поля, что показывает, что речь идет даже не столько о каких-то гонениях на кибернетику, я бы скорее говорила о периоде неких гезитаций или дискуссий, направленных на то, чтобы адаптировать кибернетику, включить ее в советский интеллектуальный и политический космос. Итак, уже в середине или во второй половине 50-х годов был достигнут консенсус относительно фундаментального вопроса, что вычислительные машины, компьютеры
не могут мыслить. То есть это главный вопрос в тот момент кибернетики, искусственного интеллекта на Западе, да, был решен в Советском Союзе отрицательно. И причем, что удивительно, вернее, видимо, совсем не удивительно, этой точки зрения придерживались как ортодоксальные идеологи, защитники чистоты, догматики, марксизма, ленинизма, так и неортодоксальные философы, марксисты, и не только философы, да, включая, например, представители там, филологи, Тартовско-Московской школы, также математики, инженеры, в том числе кибернетики. Иначе говоря, можно сказать, что в Советском Союзе не было неприятия кибернетики, но было удивительно единодушное неприятие базовой для западного контекста метафоры мозга как машины. И чем оно было вызвано? Что лежало в его основе? Моя основная гипотеза на сегодняшний день состоит в том, что мы должны очень всерьез принять культурное и интеллектуальное влияние марксизма, чьи эпистемические и онтологические предпосылки как бы несовместимы с этой метафорой. И основные аргументы того времени можно свести к следующему. Прежде всего, наверное, самое главное, я не буду сейчас, нет, тем не менее, времени очень подробно всех воссоздавать, и вы отчасти это все не у вас тоже на слуху, вы знаете, да, но очень важно, что интеллект не является индивидуальным. Если как бы западный искусственный интеллект, все поиски связаны как бы, с тем, чтобы моделировать индивидуальный выбор рационального агента, да, здесь в советском контексте об этом речи не идет. Интеллект не является индивидуальным, напротив, он имеет социальную природу, является результатом деятельности многих поколений людей, взаимодействий и так далее. При этом регулярно повторялся тезис Маркса о том, что если искусственно воссоздать мозг и положить его на стол, буквально, он не будет мыслить. И с этой точки зрения тоже не постоянно в самых разных контекстах и с разной степенью там, изящества и глубины повторялся тезис о том, что творческой способностью и интенциональностью тоже наделен только человек. Машины не могут создавать музыку, не могут играть в шахматы. И когда мы имеем дело с компьютерными играми, мне кажется, с программами, которые имитируют игру в шахматы, то соревнуются между собой не машины, а создавшие их люди. Это дословная цитата, принадлежит одной из ключевых фигур искусственного интеллекта в Советском Союзе. Как бы вот эта точка зрения оставалась доминирующей фактически до конца советского периода. Мы ее находим в 70-е, 80-е, даже до конца 80-х годов. Исходя из этого, принципиально важно здесь зафиксировать, что споры в советском контексте вызывало не то, может ли машина мыслить. Этот вопрос был решен рано и довольно твердо и не пересматривался. Но основной водораздел проходил по другой линии. Основная дискуссия, которая шла все эти годы, 60-е, 70-е годы, состояла в том, возможно ли изучать человеческое мышление, психику, процессы научения или обучения при помощи объективных научных средств. Или же они принципиально не поддаются такого рода объективации и не формализируемы. Тех, кто позитивно отвечал на этот вопрос, называли кибернетиками, а те, кто критиковал ее, называли диалектиками или философами, если так говорить просто. Первым из них, кибернетикам, было важно, соответственно, доказать саму принципиальную возможность изучения и моделирования мышления, психических, интеллектуальных процессов, чтобы легитимировать интеллектуальные и политические эти новые области знаний, новые методы, возникшие вот из этого тела кибернетики. При этом это совершенно не означало, что они полагали, что человек равен машине, что машина и человек тождественны. В качестве примера исследовательской программы в области искусственного интеллекта, которая сформировалась, вот, имея в основе такую модель человека и мышления, можно привести психонику, придуманную психологом Вениамином Пушкиным и математиком Дмитрием Поспеловым.
Сам термин «психоника» был создан по модели, по образцу бионики. Бионика, которая, наука, которая стремилась совершенствовать технические регуляторы, были инструмент, средства контроля на основе знания живых организмов. То есть понять, как устроена лягушка, движение, как она контролирует зрение или там, движение своих лап, и использовать это знание для совершенствования техники, технических регуляторов. Вот так вот, психоника поставила себе целью использовать эмпирические знания о том, как на самом деле мыслит человек, не полагая, что мышление, психика может быть изучено, может изучаемо при помощи научных методов и инструментов. Вот, и использовать эти знания о том, как на самом деле мыслит человек, как устроено его мышление, для моделирования искусственных интеллектуальных агентов и систем. Итак, Пушкин и Поспелов, например, критиковали западные подходы к решению этой проблемы, прежде всего логическую машину Ньюэлла и Саймона, которые представляют процесс мышления как такой пошаговый выбор наилучшего решения из набора предложенных альтернатив при помощи этих операций логического вывода. Поспелов и Пушкин критикуют эту модель, которую называют лабиринтной моделью, приводя такой аргумент, что в реальности почти никогда подобные логические схемы, системы, в которых заранее даны все варианты, через которых нужно выбрать, не даны заранее. И кроме того, реальное мышление людей далеко от этой модели, потому что логика тоже лишь один из инструментов мышления. На самом деле мышление человека ситуативно, нечетко, даже весьма приблизительно и порой даже абсурдно, вот, но тем не менее достаточно эффективно для тех ситуаций, в которых люди оперируют. И, соответственно, весь вопрос об искусственном интеллекте переформулируется таким образом, потому что нужно придумать новые инструменты, которые позволили бы машинам действовать, принимать решения, да, руководствуясь чем-то похожим на здравый смысл людей. В дальнейшем Поспелов развивал эти идеи в рамках исследовательской программы, которую он назвал ситуационным управлением. И надо сказать, что эта программа составила центральное звено советской академической программы в сфере искусственного интеллекта, о которой я говорила. И в качестве основных технических инструментов, которые были призваны имитировать вот это нелогическое, ситуативное человеческое мышление, Поспелов с коллегами предлагали близкое тому, что сегодня называется soft computing, мягкие какие-то вычисления, нечеткие фазы логики, то, что он называл псевдофизические логики, некие эвристики и семиотические модели, включавшие качественные переменные. И отчасти это, можно сказать, востребованные сегодня инструменты, то, что касается фазы, логика и soft computing, если это имеет место. Вот. Однако очевидно, что на данный момент, особенно последние 20, уже, пожалуй, 30 лет, подобное видение искусственного интеллекта, имеющее в своей основе такое представление о мышлении, о такую модель человека, да, и путей моделирования этого искусственного интеллекта, полностью проиграло нейросетевому подходу, основанному на принципиально иных эпистемических и онтологических предпосылках. Ну, можно было бы сказать, вот, что все эти полузабытые теории являются самореферентными, полностью замкнутыми на себя и как бы могут быть интересны лишь с точки зрения архива или классической истории науки. Тем не менее, это мне представляется и тогда, и сейчас идеи ситуативного управления оказываются созвучными некоторым актуальным дискуссиям. Кроме того, можно найти интересные параллели в совершенно других контекстах, в которых были, тем не менее, предложены схожая критика доминирующих нарративов об искусственном интеллекте и его близкие концепции мышления и деятельности. Ну, в качестве примера, прежде чем
закончить мой доклад, приведу работы британско-американского антрополога и социолога науки Люси Сачман, которая работала в 80-е годы в компании Xerox, где она проводила исследования в области человеко-машинных интерфейсов, интеракций, которые легли в основу ее докторской диссертации. Впоследствии это исследование было опубликовано в виде книги и совсем недавно переведено на русский язык нашей коллегой по ИГИТИ Лесе Максимовой. Но книга называется «Реконфигурация отношений человек-машина. Планы и ситуативные действия». Очень всем рекомендую эту книгу. И в книге Сачман также критикуются предпосылки, на которых основывается разработка искусственного интеллекта. Выдвигается тезис о ситуативности, контингентности человеческого действия, но которые не учитываются при проектировании интерактивных устройств. И даже терминологические концепции Сачман перекликаются с теорией Пушкина и Поспелова о ситуативном управлении, ситуативное действие, ситуативное управление. В целом, советские теории искусственного интеллекта, те модели человека и мышления, которыми они инспирируются, заочно участвуют в очень важной дискуссии о статусе и месте машины по отношению к человеку, как бы о границе между технологиями и социальностью. Вот прежде всего, я имею в виду дискуссию базовую для сферы HCI, Human Computer Interfaces, которая сформулирована как replace or augment, которую отчасти Дмитрий упоминал, где, с одной стороны, replace, мы имеем дело с самостоятельным автономным агентом, с другой стороны, искусственный интеллект, машина представлена как орудие, инструмент, при помощи которого человек расширяет свои креативные возможности, другие возможности. И мне кажется, что эта дискуссия о статусе машины, replace or augment, является определяющей вот для современного социального технологического развития. Например, от этого зависит, как мы посмотрим. Автомобили, снабженные искусственным интеллектом, они самостоятельно ведут машину, при том, что человеку отводится полностью пассивная роль, или же речь идет о встроенных в систему управления элементах искусственного интеллекта, которые помогают вести машину. Та же дилемма касается медицинской диагностики, лечения, там, любой другой сферы, которую мы можем взять. И вот то, как мы определяем эти отношения, это, на самом деле это не только имеет некоторое риторическое значение, а не просто гура речи, а действительно имеет колоссальные социальные и политические последствия. Мне кажется, что этот вопрос можно перейти от, позволяет как бы перейти от вопрошания бесконечного о том, может ли машина мыслить, может ли они на какие-то смыслы, очень там, тонкие развлечения, понять и так далее. Вот скорее вот в эту сферу определения статуса машины, статуса искусственного интеллекта по отношению к человеку, его место в этих техносоциальных системах, то, как мы их проектируем, то, как мы их понимаем. Вот. И просто, наверное, закончим очень коротенькой цитата из Урсулы Пушкина 89 года, которая очень так именно эту идею формулирует удивительно. Большинство ученых признают, что лишь человек, способный творчески мыслить и обладающий интуицией, усиленными кибернетической машиной, может эффективно решать сложные задачи. Иначе говоря, машина – это не альтернатива мышлению человека, а способ расширения его возможностей. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, Алисия Игоревна. Благодарим докладчика. Да, коллеги, если у вас есть вопросы или комментарии, прошу озвучивать их сейчас. Спасибо можно... большое. Мне кажется, что не нужно как бы хранить действительно вот классический подход к искусственному интеллекту никоим образом, да, потому что все эти методы, они, по крайней мере, сейчас применяются. И когда они станут совсем ненужными, непонятно, потому что все-таки мы не понимаем пока, когда мы придем к ситуации, что нейросеть вот она сформирует у себя внутри некоторую прослойку, способную логически мыслить. Да? Поэтому сейчас все системы, которые
мы наблюдаем, которые так или иначе претендуют на роль интеллектуальных ассистентов, они же все-таки используют внутри себя два уровня. Это как бы нейросетевой для как бы вот первоначальной обработки и потом последующее рассуждение. Поверх, ну, это либо алгоритмические какие-то вещи, либо основанные на правилах рассуждения. И вот пока что кажется, что такой подход работает. Ну, например, как у нас в голове тоже. У нас есть уровень явных рассуждений, есть уровень таких подсознательных, когда мы видим кошку, понимаем, что кошка, но ну, как бы не думаем над этим. Вот, оно же пока что примерно так же и в компьютерных моделях. Да, и, кажется, Дмитрий Зубанков хотел задать вопрос. Да, но у меня это скорее шутливый был вопрос. Он скорее касался того, что я вспомнил советский фильм, в котором был художественно осмыслялся тест Тьюринга. Если я правильно помню, там приходил зритель, он должен был определить на телеэкранах, где, собственно говоря, находится искусственный интеллект. И если я правильно помню, там был такой поворот сюжетный в том, что зритель определял, что, собственно говоря, вот перед ним искусственный интеллект, потому что он путается, он некоторым образом... его психика некоторым образом нарушена, и он говорит, ну, собственно говоря, вот, собственно говоря, это и есть искусственный интеллект. После этого зритель выходит, дверь закрывается, и нам говорят, что на самом деле как бы тест прошел верно, а тот человек, которого мы видим, это как бы сумасшедший, во время, который как раз-таки стал сумасшедшим во время теста Тьюринга. И, собственно говоря, вот это вопрос о психике, да, и об искусственном интеллекте. Мне все время казалось интересным, что, например, у того же Ильенкова, например, да, вопрос касается как и спора с кибернетиками, так и вопрос о том, как правильно заниматься со слепоглухими детьми. То есть у меня вот скорее вопрос о том, почему вам кажется, был такой публичный дискурс, ну вот по времени фильм такого рода, да, то есть некоторым образом он показывал, что мышление существует, но одновременно это мышление было сразу же связано с психикой, с безумством и так далее. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Дианы Гаспарян. Спасибо. Олеся, спасибо огромное. Мне очень интересно было послушать про этот как раз советский период. У меня просто такой очень вопрос к вам, как к эксперту. Вы не знаете, случайно, вот кибернетика второго порядка, Фёрстер, это где-то 70-е и 80-е. Насколько я понимаю, ее вообще как-то в Советском Союзе, ну, в этот период же, когда все это развивалось, никак не заметили. И, в общем, вроде бы эта тенденция сохранилась, то есть крайне мало у нас работы, и вообще, в общем, тема не стала популярной. А вы как, с чем бы это связали? Вот почему так, например, получилось, и почему сейчас, как вам кажется, тоже нет какого-то такого большого интереса? Просто интересно вот ваше мнение. Ну, мне кажется, Максим как раз больше эксперт кибернетики второго порядка. Я могу свои соображения, да? Мне кажется, что тоже очень, что очень важно вот воссоздать и как-то вести, иметь в виду специфический культурный, интеллектуальный советский контекст, чтобы понять, что те дискуссии структурировались в Советском Союзе не так же, как на Западе. Вот. Просто когда именно мне, и с этим связано большое количество, мне кажется, таких вот ложных дихотомий, представлений, да, которые, если мы говорим о кибернетике в Советском Союзе и искусственном интеллекте, то это означает то же самое, что было на Западе. И просто здесь я не занималась очень подробно кибернетикой второго порядка, но ясно, что поле совершенно другое, и нет предпосылок для того, чтобы такого типа вопрос как бы в ней возник, да, потому что вот кибернетика второго порядка является реакцией на кибернетику первого порядка так, в западном, прежде всего, североамериканском контексте. И поскольку мы не находим ничего, ну, или что-то несколько отличное структурно, да, интеллектуально от западной кибернетики в советском контексте, то как бы этой реакции, соответственно, нету кибернетики второго порядка. Я бы так это очень так очень... Спасибо большое. Спасибо. Алексей Игоревна, вот как раз вопрос на уточнение. То есть правильно ли я понимаю, что вообще разграничение
кибернетики первого порядка и второго порядка является, ну, оно работает именно применительно к американскому контексту, а в СССР все-таки немножко по-другому организовано поле и институционально, и интеллектуально, и так далее, поэтому это развлечение не очень применимо, потому что, насколько я помню, просто вот мы недавно буквально обсуждали вот эту самую проблематику применительно к работам Владимира Лефевра, в честь одной из работ которого, собственно, была названа наша сегодняшняя секция, и там как раз он говорит о том, что в СССР тоже была своя второпорядковая кибернетика, которая работала с психологией, в отличие от второпорядковой кибернетики в Штатах, которая работала с биологическими процессами, которым присуща определенная рефлексивность, которая предположительно не присуща тем искусственным системам, которые анализировала кибернетика первая. Вот все-таки вы согласны с тем, что это различие не очень применимо к советскому контексту? Мне кажется, что вот этот инсайт самого Лефевра по поводу того, что, ту роль, которую играла в западном контексте биология, играла психология в советском, мне она кажется очень верной. Действительно, вот мне, когда я это тоже у него прочитала, я увидела, о, да, точно, вот это так и возможно сформулировать. Наверное, так оно и было. И само понятие рефлексивности, да, тоже, опять же, почему важно понимать специфику контекста, что одни и те же слова, мышление, искусственного интеллекта, кибернетика, они разные значения приобретают в этих контекстах и встроены в разные дискуссии, в разные позиции. И то же слово «рефлексивный» у Лефевра означает ли то же самое, что рефлексивные у Вареллы? Да? Я не знаю, вот в кабинете второго порядка западной. Скорее всего, нет. Но вам виднее, Максим, поскольку вы этим более подробно и плотно занимаетесь. Я думаю, что это вот совсем другое, и поэтому важно понять, в какую систему позиций Лефевр вписывается, на что он является реакцией. Мне кажется, что там еще... У меня короткий комментарий. Мне кажется, что там войны, особенно, например, в текстах Ильенкова, таких как «Кибернетика и философия», сейчас скажу, как называется этот текст, написан Ильенковым вместе с Давыдовым и Арсеньевым. «Машина и человек. Кибернетика и философия». Там война была не просто в связи с тем, чтобы не сводить все к биологии или к системности, а чтобы выжила диалектика, чтобы диалектика как порядок онтологии выжила, и чтобы кибернетические процессы не позволили онтологизировать себя и создать философию на ее основании. Мне кажется, вот в этом был спор, а не в том, чтобы... Ну, различать или не различать. Мне кажется, если бы даже они знали второй порядок, если бы они знали системность нейросетей, они бы свой спор, так сказать, не взяли, то есть они не прекратили бы спорить. Совершенно верно, Кэти. Вот, поэтому, мне кажется, важно, опять же, очень обозначить более точно эту дискуссию. Ильенков, он как бы и Ильенков, и там, Пушкин, например, с Поспеловым, но очень-очень многие другие, практически кто угодно, никто из них не говорит, что компьютер устроен как по модели человека, или что мышление устроено человеком по модели, как бы, что есть просто как бы, система каких-то дискретных вычислений. Да. Именно вопрос о том, что у диалектиков, как так, у Ильенкова и других диалектиков, сама идея того, что можно как бы алгоритмизировать, как бы формализовать опыт человека, в том числе его мышление, эта идея, как бы эта позиция оспаривается с диалектических позиций. В то время как кибернетики, с которыми Ильенко спорит, это как раз те люди, которые тоже как бы не принимают этой базовой метафоры мозга, мышления, но тем не менее думают, что мышление можно моделировать, можно изучать научными средствами. Как-то так.
Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы или комментарии? Если позволите, коллеги, маленький вопрос у меня будет. Я понимаю, что мы тут немножко с разных семинаров, с разных подразделений еще не сумели полностью войти в диалог. Но я бы, знаете, спросила у вас. Вот я тут была на днях на одном таком важном заседании, на котором звучали речи про особый цивилизационный путь России, в том числе в исследованиях искусственного интеллекта. И вот как бы как итог уходящих лет ставился акцент на том, что нет универсальной этики искусственного интеллекта, потому что этика завязана на мировоззрение, и то, что нам предлагает сейчас либеральный Запад, это ну, как бы могут быть альтернативы, скажем так. Да? Вот есть Китай с его коллективистским подходом, и там будут одни подходы к этике, есть Запад с его индивидуалистским подходом, у них другие подходы к этике, а Россия должна предложить какой-то такой свой автохтонный путь и прочее. Вот, если посмотреть с точки зрения вот таких рассуждений про ценности, про этику, про машину и человека, вот в тех дискуссиях советского периода, звучали ли там уже какие-то такие позиции, не только то, что у нас кибернетика другая, но и те же ценности, может быть, этические подходы, которые мы на этом основании можем выработать, они тоже будут другие. Да, это, кстати, это очень интересный вопрос, и также действительно это дает целое такое пространство для рекуперации, как бы советских традиций, да, для обоснования какой-то особости пути, особой этики сегодня в России. Но мне кажется, не совсем верным. Тот период, который я рассматриваю в Советском Союзе, я не нахожу дискуссии об этике искусственного интеллекта. То есть я думаю, что вопрос об этике там стоит скорее как вопрос о том, как бы о месте человека и машины по отношению к человеку. То, о чем я говорила, мне кажется, он скорее вот таким образом формулируется. И, соответственно, вот все вот это воображаемое, о котором говорила Диана, как бы вот злые машины, какой-то киборги, которые придут у нас, поработят и так далее, как бы это, соответственно, это просто ну, нечто очень чуждое этому, нечто не присутствующее в этом поле. В силу того, что нет представления об автономной машине, которая действует по своей воле. Соответственно, как бы и нет этого как бы страха, да, не эксорбируется тоже. Может быть, где-то отчасти существует в поп-культуре, но даже в меньшей степени, наверное, да, мы можем его найти. При этом я бы не называла это какой-то, понимаете, советско-российской цивилизационной особенностью или чем-то таким, потому что, во-первых, вот как я в конце своего сообщения привела пример схожих, что исследователи приходили к схожим аргументам, к схожим концепциям в совершенно иных контекстах. Например, антрополог, кто работает в компании Xerox, да, приходит к схожему пониманию как бы, ситуативности действия там, в общении, интеракциях с машинами. Поэтому я не вижу здесь ничего такого как бы, цивилизационно-культурного, но скорее просто, я думаю, что марксизм, и именно здесь скорее речь о том, какие предпосылки, какая модель мышления, какая модель человека заложена в эти теории. И я думаю, что марксизм имел в этом смысле для советского контекста важное именно такое культурно-интеллектуальное значение, но ни в коем случае не какой-то цивилизационный или третий путь. Мне кажется, что вот в советском мышлении была заложена претензия на универсальность. То есть мы создаем образ не просто советского человека, мы создаем образ человека как такового, который должен быть реализован в советском пространстве. А когда мы сейчас начинаем говорить, то мы пошли на какие-то более древние уже ходы, мы начинаем рекуперировать какие-то очень такие славянофильские рассуждения про особый путь России. Да, понятно, потому что марксизм потерял свою научную легитимность. В этом смысле, как основа, по крайней мере, для науки, для естественной науки и технологии. Поэтому... видите, все возвращается. Рано или поздно марксизм вернется. Спасибо. Большое спасибо. И я предлагаю передать слово Кете Чухров с ее докладом.
Кит, слово вам. Спасибо, коллеги. Я рада быть на этой сессии. Очень важные вопросы и невероятно интересная дискуссия. И замечательные доклады. Мой доклад продолжит в некотором смысле размышления и Дианы, и Олеси. Он называется «Модели приостановки диалектики в философских проекциях кибернетики». И мне интересны как раз те современные философские теории, которые используют кибернетику как философское основание. И таких довольно много, таких проектов. И для меня вопросы возникают не тогда, когда мы пытаемся описать, как, допустим, технонауки вторгаются в гуманитарное знание, а когда, собственно, гуманитарное знание уже будет определять себя через кибернетику и опираясь на нее. И в этом случае составляющая вычисления оказывается не просто средством, расширением технических и социальных задач общества, а делает запрос на онтологизацию и пытается стать культурно-поэтическим и спекулятивным ориентиром, порождающим новые формы мышления. Так, например, в работах ряда современных мыслителей, таких как Лючано Паризи, Юг Хуэй, Реза Нигаристани, мы находим не просто отказ от спекулятивно-философских методов описания или социокультурных феноменов, как у, например, акторно-сетевых теоретиков. Акторно-сетевые теоретики или, например, такие мыслители, как Карен Барада, они просто отказываются от философии, объявляют себя постфилософией и говорят, что этот тип спекуляции философский, он уже пассе. Но здесь происходит совершенно другое, а именно констатация того, что дигитально-вычислительные методы и являются подлинными методом мышления и, собственно, олицетворяют разум философский гораздо больше, чем метафизика и даже больше, чем критика метафизики, которую мы видим по структурализме. Это радикальный ход, потому что самое главное в таком случае, что должно вычитаться из мыслей, это, конечно же, диалектика и идея кризиса, идея критики, да, потому что если мы все основываем на дигитальных методах, вот Диана уже отчасти эти формы описала, когда говорила об аффекте, но это также идея кризиса, провала, остановки. И, например, Деррида в своем гениальном тексте «Когито и история безумия» как раз говорит о том, что декартовское когито – это и есть вот скорее слабость, безумие. И бороться с безумием с помощью когито – это еще большее безумие, чем клиническое безумие. Таким образом, отказ от диалектики, что было свойственно постструктуралистской мысли у Делёза, Гватари, Альтюсера, тоже встраивался в критические процедуры. Так вот, сегодня важнейшим является не столько социальная вовлеченность вычисления в широкое применение, а место в определении того, замелит ли оно субъекта мышления. То есть будем ли мы заменять субъекта поэсиса мышления и креативности вот этим новой такой дигитальной кибернетической агентностью. Этот вопрос, как уже Олеся сказала, ставили в 60-е годы советские ученые Вениамин Пушкин и Аркадий Урсул, и их вопрос был такой. Информация – это атрибут материи, как, например, время и движение, и если да, то в таком случае вычислительные процессы принадлежат к области трансцендентальной онтологии. Или это всего лишь функция самоуправляющихся систем. И тогда вычислительные процессы всего лишь технический медиум. Пушкин и Урсул на этот вопрос не ответили, и их претензия ограничилась тем, что они занимались изоморфизмом. Да? То есть что такое кибернетика? Это в первую очередь этот прорыв, когда доказывается изоморфизм
биологически-молекулярных систем, социально-когнитивных систем. И на самом деле у нас в России этим занимались уже в эпоху русского авангарда. Александр Богданов в своей «Тектологии и эмпириоманизме» пытался этот изоморфизм учредить, да, но вот когда Олеся говорила о том, почему боролись, да, боролись в советское время, боролись еще с этим изоморфизмом того, что системы биохимические и физико-технические абсолютно когерентны системам идеального трансцендентального гносеологического. И, конечно же, первый, кто с этим боролся, это был Ленин, а дальше уже борьба продолжается у Ильенкова. Заслоном от философской легитимации вычислительных технологий, то есть как философия защищает себя от того, чтобы вычислительные технологии как бы претендовали на философичность. Вот я сказала, что Ильенков написал целый ряд важных программных текстов, но это мы видим и в западной философии тоже. Конечно, иным образом, но тем не менее это очень важно. Например, Катрин Малабу говорит, что основой философского языка «as against» позитивно-научный – это его пропозициональная конструкция. Философско-диалектическая конструкция языка – предложение вы не просто снабжаете предикатом, то есть подлежащий субъект не просто снабжается предикатом, а вы расширяете субъект, вы расширяете подлежащее. И, собственно, расширяете таким образом спекуляцию о субъекте. Так построена феноменология духа Гегеля. И как это ни парадоксально, так строится и политэкономическая диалектика Маркса. То же самое можно сказать о деконструкции Деррида, хотя это совершенно постметафизическая мысль. Но, видимо, свойство философии именно в том, чтобы расширять спекуляцию без предикативной, предикатной определенности. И это важно не только для диалектики, но и вообще для мыслительного процесса. И тот же Делёз, например, он не является метафизиком и он не является диалектиком, он радикально критичен к Платону и к Гегелю, но тем не менее у него есть процессы прерывания радикального нонсенса, слома, кризиса, остановки машины, некой девиации, которые должны все время нарушать аксиоматические порядки. Итак, Нагаристани, Хуэй, вот это те мыслители, которые пытаются всю историю мысли рассмотреть через кибернетические процессы, утверждая, что мысль всегда и была вычислением. То есть вот это вот такой прорыв, когда вы пытаетесь всю историю философии рассмотреть как кибернетику. И получается, что и Лейбниц кибернетик, и Гегель в первую очередь рациональный функционалист. Но если Хуэй и Нагаристани пытаются переписать философию через кибернетические каноны обратной связи, то, например, Лючано Паризи пытается сказать, что все, вот старая философия – это хард, вот эта хард-философия закончилась, мы начинаем софт-философию. И софт-философия – это невычисляемое. То есть что такое невычисляемое? Incomputable. Это как раз признак кибернетики второго порядка, the incomputable. И он возникает как такая аналогия кризиса философии, потому что, ну, мы же все говорим, что кибернетика слишком предсказуема, это обратная связь, это рекурсивность, которая системно программируется и так далее. И чтобы воспротивиться этому и сказать, нет, у нас в кибернетике тоже есть парадокс, возникает как раз вот этот термин «невычислимое, невычисляемое». И действительно, в кибернетике второго порядка он есть. Это тот излишек, который накапливается в выводе, output, и не учитывается при вводе. И новым здесь является то, что результаты этой динамической обработки невычислимого не учитываются в логических предпосылках системы.
То есть в отличие от Хуэя и Нигаристани, Паризи пытается показать, что алгоритмический дизайн, основанный на невычисляемом, это новая альтернатива, альтернативная даже философии и логике, и семиологии. То есть она как колобок ушла и от Гватари, и от Делёза, и даже от Уайтхеда. И если в философии важен парадоксальный вот этот вот кризисный элемент, то невычисляемое и будет таким кризисным элементом в чистом виде. Однако вот моя критика в том, что если мы сравниваем кризис машины или кризис и остановку машины у Делёза, и вот Диана сказала об этом, когда она говорила о немыслимом, о том, можно ли вообще формализовать мыслимое. И по структурализме этот момент был. Там, знаете, философия критиковалась как раз за то, что она слишком наука. Да? Если современные постгуманисты критикуют философию за то, что она недостаточно наука, то Делёз критиковал ее за то, что она слишком наука. И здесь невычислимое для Паризи – это все равно дискретные единицы. То есть вот это невычислимое, в отличие от делёзовского немыслимого, которое вы не можете посчитать, и оно является incommensurable, неисчислимым по-настоящему, неизмеримым именно в плане спекуляции. Для Паризи совершенно дискретно. И поэтому, на наш взгляд, тот факт, что вычислимости включают в себя невычислимое, не позволяет считать это самое невычислимое философским парадоксом или чем-то философски немыслимым, если уж речь идет о том, чтобы противопоставить что-то классической философии. И теперь я скажу о самой хитрой попытке, которую мы находим у замечательного гонконгского и одновременно европейского берлинского философа Юка Хуэя. Его книгу «Рекурсивность и контингентность», вот, по-моему, комментировал и Максим, и писал тексты. Очень интересное исследование. И здесь тоже делается попытка исследовать не просто философию после computation, как это делает Паризи, а доказать, что вся европейская философия и была, собственно, кибернетической рекурсивностью. И вот здесь самая большая опасность, и мне кажется, что когда Олеся говорит о спорах, поэтому эти споры и были, потому что если мы все пропишем через формализацию кибернетическую, а это и пытались сделать Маккаллок и Питтс, да, когда они пытались описать нейропроцессы, как ввод и вывод формализуются, то тогда нам придется формализовать и через биомеханику системы и всю историю мысли и, по сути, всю историю философии. Однако у Хуэя получается, что техника – это уже олицетворение той системности, которую мы находим в философии, да? Что техника, она как бы уже заземлила философию. Техника заземлила в себе философию, и Юг Хуэй пишет о том, мне кажется, Максим тоже подчеркивал этот момент, Юг Хуэй пишет о том, что Хайдеггер как раз приходит вот к анализу метафизики уже на этом этапе, когда как будто бы от метафизики осталась одна техника. И вот логика его рассуждения довольно проста. Рекурсивность и контингентность не просто свойство технической системы, это вообще свойство мышления и метафизики. Ну, вспомним, гегелевская феноменология духа – это рекурсивность, диалектика – это тоже рекурсивность, любая рефлексия и спекуляция – это тоже повтор. То есть, в принципе, мы в философии находим всего лишь обратную связь. Философская метафизика – это не что иное, как вот, собственно, натурфилософская систематизация природы. Но эту систематизацию природы техника уже апроприировала и блестяще обобщила. Так что же нам дальше делать с этой философией?
Однако, коль скоро у Гегеля рекурсия и цикличность преобладают над контингентностью, то давайте выйдем к кибернетике второго порядка, и мы там увидим не просто гегелевскую рекурсивность и цикличность, а как раз вот этот вот парадоксальный контингентный элемент, который дает нам кибернетика второго порядка гораздо больше, чем философская метафизика и вообще философия. И, конечно, я радикально не согласна с такими интерпретациями. Одна из проблем заключается в том, что у Хуэя, в том, что он берет кибернетику как органицизм, вторую кибернетику второго порядка он рассматривает как такую цельную систему органологии, где соединяются био и машинные элементы, и все равно он остается в условиях натурализации философии. В то время как, если мы вспомним, неорганическая категория, она колоссально важна для метафизики, и, конечно, и диалектика Гегеля, и диалектика Маркса – это посторганические и неорганические категории. И теперь быстро... Как Хуэю удается доказать, что кибернетика – это не просто слепая функциональность, а что именно она дает возможность помыслить новые философские потенциальности. Просто я опишу технику, и это интересно. Итак, у кибернетики есть возможность подняться на следующий уровень по сравнению с просто алгоритмическим функционализмом. Происходит это так. Реальность, произведенная обратной связью, выходит всегда за пределы ее системности, ибо она овнешняет, экстериоризирует свои продукты, и таким образом создается новый цикл. То есть то, что овнешнено, экстериоризировано в процессе обратной связи, рекурсии, превосходит логику обратной связи и может произвести такую контингентность, которую нельзя использовать. Так что рекурсия в какой-то момент заходит в тупик и приходит к остановке или блокировке. Опять вот эта вот блокировка как будто бы неисчислимого, которая даст нам право считать, что это философично. И вот то, что выпадет из циклического круга и не будет включено в следующий круг и будет вот этим невычисляемым. Это доказывает, как считает Хуэй, что кибернетическая систематизация еще более парадоксальна, чем философия, потому что действительно в ней есть вот этот контингентный переход, контингентный элемент. И вот теперь опять мы приходим к этому моменту, что да, есть рекурсия кибернетики, но вот есть контингентность. А вот у системной философии этой контингентности не хватает. У кибернетики второго порядка этой контингентности больше. Значит, она больше дает нам возможности потенциального расширения вот этой парадоксальной мысли. И получается, что действительно информация, кибернетическая информация, поскольку она заземлена вот в технике, а техника когда-то была метафизикой, получается, что вот этот запрос Урсула и Пушкина – это атрибут материи, как время и движение, или это просто функция систем? Получается, что Хуэй отвечает, да, это атрибут материи, то есть это практически планетарная онтологическая категория, да, это контингентность, которую всю рекурсивность и контингентность кибернетическую ставит нам как новую метафизику, новую там, трансметафизику. А теперь я все это изложила, чтобы теперь поэтапно говорить, где ошибки. Потому что для нас это очень важно, определить, где ошибки. Начнем с того, что, на мой взгляд, цикличность у Гегеля все-таки метафора. Центральная техническая составляющая диалектической процедуры – это все-таки андерзайн. Это отсваивание не собственного от собственного. Это может повторяться у Гегеля, но акт отсваивания и есть событие противоречия. И здесь для диалектической процедуры важно не просто рекурсия повторения, а различие.
И так строятся многие современные интерпретации Гегеля. И так различие в диалектике не менее важная процедура, чем повторение. Так что рекурсивность – это всего лишь каркас у Гегеля. Содержание же зиждется на сознательных актах субъекта, который творит диалектическую процедуру. И тут я процитирую, опять же, советского гения Льва Выгодского, что он пишет о работе диалектики. Диалектика занимается тем, чтобы так связывать понятие с материальной объективностью, чтобы концептуальное обобщение не поглощало материальный процесс, и наоборот, чтобы материальный процесс диалектически вырастал в высшие умственные процессы. То есть мы видим здесь антиизоморфизм, радикальный антиизоморфизм. И, наконец-то, я прихожу к такому довольно climax point. Вот мы видим вот эту вот природную метафизику, органологию Хуэя, да, и вообще в кибернетике есть эта попытка машину и природу превратить вот в это общее целое. Но, знаете, наш советский философ Ильенков это уже сделал в «Космологии духа». И как он решает эту проблему рекурсивности? Он показывает в своей фантасмагории «Космология духа». Это ранняя работа в 50-е годы написанная. Здесь показано, как акт мышления субъекта выявляется тоже внутри цикличности природы. И несмотря как раз на цикличность энтропии, да, но мы все знаем о втором законе термодинамики, именно мыслящий субъект определяет конец и рождение в космологии и природе. То есть это безумная вещь, которая сейчас становится очень модной, везде ее цитирует уже Жижек, эта работа Ильенкова. У него второй закон термодинамики, гибель и охлаждение Вселенной, осуществляется не контингентно слепой природой, а добровольным усилием мыслящего духа, гегелевского или марксовского мыслящего духа, который принимает решение альтруистически погибнуть, умереть, вот где смерть, чтобы после ускоренного охлаждения Вселенной из излишка энергии, полученного после добровольной смерти во имя новой жизни, могла возникнуть новая материя, атрибутом которой вновь будет разум, и человеческое общество. И вот этой альтруистической, этого альтруистического поступка разум или мыслящий субъект достигнет, конечно же, только в коммунистическом обществе. Вот вам, пожалуйста, антиконтингентность, антиновый материализм, антиспекулятивный реализм. Таким образом, обратная связь всего лишь создает новый цикл, и даже если этот новый виток создается благодаря тому, что реальность, произведенная обратной связью, вышла за пределы алгоритмической логики и экстериоризирована, как пишет Хуэй, все равно переход на другой уровень цикличности, на другой уровень системы у Хуэя приводит всего лишь к новому циклу. Это не качественно иная логика, это не другой тип спекуляции, это не такое отличие, которое произошло в сократической диалектике по отношению к натурфилософии, когда произошло радикальное отделение. Так что контингентность всего лишь алеаторное выскакивание из обоймы цикличности. Здесь на кон не ставятся модусы производства этой цикличности, поэтому я бы сказала, что контингентность вовсе не противоречит цикличности и рекурсивности, а это всего лишь part and parcel, то есть часть ее, и от этой контингентности эпистемологически и ноэтически качество цикла не меняется, и мы остаемся, что здесь самое важное, домодерная логика. Биофизика плюс техника. И сегодня, в нашу эпоху постсовременности, мы, конечно же, все больше приходим к этой домодерной логике. И, наконец, последние пункты, если обращаться к Делёзу, потому что ну, очень много современных кибернетиков, кибернетически ориентированных мыслителей, которые все время апеллируют к Делёзу, к его биофизичности. Но у Делёза все-таки
Он пишет и в логике смысла, и в различии повторений, что он ненавидит случай, и что он выбирает события, и что для него вот этот бросок костей, о котором он говорит, он не просто чистая случайность, она лепится перформативно-субъективностью. И алеаторика микроэлементов проигрывается через этические акты, через то, что он называет аморфаты. То есть если у вас выпал случай, вы уже берете этот случай как свою судьбу и называете его, допустим, клиноменом, как это сделал Демокрит, потому что клиномен – это не случай. Клиномен – это такая девиация, которую вы отмечаете как фатальное исключение, когда случайность – это уже не случайность, а это предтеча исторического события. Исключение, которое придется обобщить, сделать необратимым, вырвать из обратимости, из обратной связи. И таким образом, хотя Делёз и отказывается от диалектики, все равно он остается на стороне события, которое дизъюнктивно, фатально, но не коннективно и не коррелятивно, как циклы. И наконец, последняя Деррида, как раз я начала с этой работы, «Когито и история безумия», показывает, что вот Хуэй нам говорит, что вот контингентность будет повторяться, оставаться невычисляемой, и мы придем к этой остановке, к этой блокировке. И вот посмотрите, диалектика Гегеля не способна на осмысление катастрофы, а рекурсивность и контингентность вот в этой космологии, органологии природности, такой новой техно-натурфилософии, она на это способна. Но тоже я это оспорила бы, потому что тут диалектика оказывается упрощенной квазикибернетической системностью. Но Деррида в своей работе «Когито. История безумия» показывает, что когито и есть катастрофа, из которой происходит не системная мысль, а постоянное колебание мышления на грани остановки. И тут интересно, что если Негаристани и Хуэй и Паризи видят историю философии как системную гарантию, между ними все-таки есть разница. Негаристани считает, что системная гарантия – это хорошо, а Хуэй и Паризи считают, что именно кибернетика преодолевает, кибернетика второго порядка преодолевает вот эту системную гарантию. И последний стейтмент. Никакой системной гарантии у философии никогда не было, как это утверждает Хуэй. Рефлексия и диалектика есть уже рефлексия катастрофы, которой философия только и занимается, как показывает уже Декарт, если она, конечно, рефлексирует, а не просто коррелирует или обращает. Диалектика начинается не как процесс рекурсии, а как процесс благодаря остановке всякой рекурсии. Именно поэтому кибернетика информационна и коммуникационна, но суверенность процесса мышления, как отвечает Борис Гройс, как и суверенность процесса акта творчества, возможна лишь тогда, когда этот процесс избегает любой функциональности и коммуникативной эффективности. Например, компьютер, по-настоящему способный к художественному творчеству или к парадоксальной мысли, должен был бы всегда производить один и тот же результат, например, ноль для всех возможных вычислений, или наоборот, производить всегда разные результаты для одного и того же вычисления. Ну или хотя бы сопротивляться, когда его хотят отключить. Спасибо. Спасибо, Кэти. Поблагодарим докладчика. Коллеги, может быть, у вас есть вопросы или комментарии? Но мне только, если для уточнения, можно вопрос задать?
То есть я не совсем понял, почему, как используется понятие остановки и контингентности. Возможно, я не знаком, вот, плохо знаком с работой Юка Хуи и так далее. Я имею в виду, что вот вы говорите, что это только кибернетика второго порядка, но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. И, то есть, когда мы говорим про работу Тьюринга, у него уже же заложен вопрос о том, какие функции являются вычислимыми. То есть в этом смысле уже у Тьюринга... Спасибо, что заложено, я не расслышала. Имеется в виду, уже у Тьюринга заложена, собственно, ограниченность вычисления. То есть машина Тьюринга работает до остановки, да, в этом смысле. Поэтому что имеется в виду под второго порядка, да, то есть что вы имеете в виду, учитывая, что у Тьюринга, по сути, это условие, эти функции, связанные с вычислимостью, уже обнаруживаются. И в том смысле, что я не совсем понял, у вас как, иногда остановка используется как... пример контингентности, то есть, как я понимаю... Да-да-да, про... то есть да? Вы, невычисляемое используется как некое... Ну, представьте, что это глич такой, да, то есть это такой глич, который накапливается, и в какой-то момент он может остановить систему. И, собственно, вот эта способность... накапливать вот этот невычисляемый элемент, предлагается для того, чтобы философски обосновать и утвердить потенциальность, философскую потенциальность кибернетики. Это происходит как у Юка Хуэя, но он это видит не через полный отказ от истории философии, а он это видит через ретроактивное проговаривание того, что философия системна, а значит, ничего кроме кибернетики философии не было. И если мы хотим начать построить новую органологию, да, новую философию техники, а сейчас, возможно, ничто иное, как философия техники, учтем, что он еще ученик Бернара Штиглера, то именно вот этот невычислимый компонент и будет постоянным вот этим числом пи, который может останавливать или ставить под вопрос алгоритмические автоматизмы. Да? То есть это, собственно, попытка и компонент, останавливающий автоматизм. И если этот компонент есть, то значит, есть философский компонент в самой кибернетике. У Лючаны Паризи немножко по-другому, потому что для нее скорее это вот такие петли. Представьте, что вы вводите какие-то алгоритмы как данные, а на выводе у вас выходит какая-то бесконечность, которую вы не вводили. И это то, что вы не вводили на выводе, накапливается и совершается ну, такое блуждание, какая-то блуждающая креативность, которая вообще не связана с аналоговым миром, то есть она не связана с реальностью вообще. И ее идея поэтому состоит в том, что это есть софт-философия, у которой нет хард-аналога. То есть, если я правильно понял, если вот производить то, что последние сказали про аналоговые и так далее, то мы некоторым образом делим философию на аналоговую и на дискретную, и записываем всех философов, которые вы обозначили как дискретных философов, в том смысле, что они некоторым образом говорят про невычислимое, и некоторым образом всегда его рассматривают как количественное, то есть как некоторое что-то, что либо накапливается, либо дискретно встречается, но никогда не может создать то, что вы называете событием. То есть это всегда некоторое набор... Вы абсолютно правильно поняли. То есть они претендуют на то, что это невычисляемое будет вот этим кризисным элементом, и будет накапливаться как новая возможность и креативности, и возможности мысли, но они не прекращают считать это дискретным и квантифицируемым. То есть настоящей неизмеримости у этого, как об этом говорит, например, Деррида, когда он говорит о немыслимом или невыразимом. Да? Как вы можете посчитать невыразимое как невычислимое? Вот такого качества здесь нет.
Ага, то есть, как я понимаю, вы занимаете позицию аналоговую, да? То есть вы говорите, что существует такая вещь, как событие, и оно скорее является немысленным. Да, я занимаю такую позицию. Понял, понял. Тогда можете тогда еще раз вот сказать, чтобы понять, что мы называем неорганическим? Неорганическое – это то, что представляет собой аналоговое пространство. А органическим является все, что вы описываете как дискретное. Или я неправильно понял? Вы знаете, просто если вы посчитаете планету неким фузийным симбиозом биотехники, то у вас нет задачи считать это неорганическим больше, потому что нет, собственно, никакой драмы. Да? Вы просто этот симбиоз осуществляете контингентно и творчески, и поэтому действительно, я просто говорила о Хуэе, да? Например, у того же Негаристани, наоборот, все рационально и все становится рациональной машиной. Он как раз пытается отказаться полностью от материальности органичности. Да? А у Хуэй все-таки вот эти референции еще к китайской философии связаны с тем, что он хочет построить общую для Европы и для Китая вот такую планетарную органологию и таким образом назвать это новой метафизикой, что ли, трансприроды, которая не противоречит машинности. То есть он хочет соединить машинность и био. Но, понимаете, разделение не там, где био и машина, а там, где социум и тело, там, где драма общественная, там, где становление общества, становление культуры, становление искусства и мысли, и просто жизнь биологических сущностей. Тогда последний вопрос. И тогда получается, вот это пространство неорганического, если я правильно понял, вы сказали про неконнективность, да, то есть некоторая несвязанность, это то, что вы рассматриваете как потенциал для остатка диалектики, некоторым образом? Ну, да, наверное, да. Да. То есть диалектики катастрофы своеобразной такой, но не так, как она сингулярность. Ну, не как сингулярность в рамках Курцвейла и так далее. Нет, это антисингулярность. Понял. Угу. Все, спасибо тогда. Диана Гаспарян поднимала руку. Петя, спасибо огромное. Так приятно, что еще кому-то кажется, что есть какое-то невыразимое. Но я вот тут хотела поделиться какими-то мыслями, не знаю, насколько они покажутся такими осмысленными. Вот я просто немножко... У меня диалектика чуть-чуть, я пока не понимаю, в другую ли она оппозицию встроена, или, может быть, это как раз эта самая оппозиция, но вот диалектическое понимание вообще всей этой истории, ну, ясно, что там может быть миллион разных интерпретаций, но вот одна из, такая, может быть, близкая как раз-таки вот критической теории, это как раз такая, во-первых, то, что я называю эпистемологическим оптимизмом, ну, понятно, что гегелевская программа, она скорее оптимистична с точки зрения эпистемологии, и, в принципе, натурализма своего рода. Значит, что я имею в виду? Ну, во-первых, ясно, что идея всей этой истории, всего исторического развития, как это заложено в диалектике, предполагает именно отсутствие всякого, да, скрытого, непознаваемого, как Жижек об этом везде пишет, совершенно прекрасно, как он умеет в связи с Лаканом. То есть гегелевская программа, в отличие от программы, с его этим потрясающим, я его обожаю, противопоставлением, значит, кантовской обсессии и гегелевской истерии, вот, то есть, да, истерик в этом смысле эпистемологический оптимист, потому что все всегда уже доступно, а Кант вот такой вот обсессик, потому что есть принципиально недоступное. Вот, и я как раз вот этой оппозиции, как правило, держусь, и в этом смысле мне Гегель кажется, во-первых, оптимистом эпистемологическим, во-вторых, натуралистом, потому что для натурализма, как мне кажется, для программы натурализма, противопоставленной в моем понимании программе трансцендентализма, тоже совершенно типичным представляется версия о том, что, вот как я говорила, да, пытаясь озвучить вот этот трансцендентализм, наблюдатель всегда вне игры. Вот вся игра, которая... Простите, Диана, наблюдательский вне, последнее слово. Вне игры.
А, вне игры. Вне игры, ну, то есть, да, то есть вне той плоскости, да, которая, вне той данности, которая дается этому наблюдателю. То есть, ну, наблюдатель никогда не является наблюдателем для самого себя. Да, сам он не является объектом, акт его наблюдения не является еще одним объектом посреди прочих объектов, которые даются его наблюдению. Вот это трансцендентальная для меня позиция, и она противостоит гегелевской, потому что ни о чем подобном там речи не идет. Ясно, что финальный круг, циклически замыкающий всю историю, означает ровно совпадение наблюдателя с самим собой, когда, наконец, финальный акт, квинтэссенция всей этой истории является событие, да, объективированности наблюдателя для самого себя. И в этом смысле я, кстати, когда, ну вот, Максим знает, мы все время там обсуждаем статьи из журнала Constructivist Foundations, я там несколько раз опубликовалась и имела опыт общения с... Это очень такой, в хорошем смысле, сектантский журнал, они очень так слаженно держатся, и, ну, как всякие такого рода, да, журналы малого, ну, камерные, скажем так, вот. И несколько раз я пыталась познакомить их с какой-то вот этой своей идеей, что кибернетика второго порядка и инактивизм очень похожи на гегельскую диалектику. Да? Прям вот показывала, ну, наблюдение – это фактически абсолют гегелевский. Но она им показалась очень необычной. Я думаю, что они не бросились ее критиковать только из серии, вот, потому что она показалась настолько безумной, что им даже не показало, ну, было неясно, с какого края нужно заходить. Вот. Короче говоря, собственно, я к тому, что я хотела спросить вот ваше мнение. Во-первых, кажется ли вам вот это противопоставление трансцендентального и диалектического более-менее осмысленным? И если оно кажется осмысленным, то вот эту кибернетику, я ее понимаю тоже как разновидность натурализма все-таки. И в близком Гегелю смысле, да, безусловно, там есть и оптимизм вот этот, и натурализация наблюдателя и наблюдения. И для них вся эта история про искусственный интеллект, так же, как и для Гегеля, как мне кажется, является как раз-таки совершенно естественной историей, где нет никакой катастрофы и нет никакой вот этой трудности объективации необъективируемого. А речь идет о том, что да, это естественное развитие от амебы до киборга какого-нибудь, да, последнего поколения, это однородный, линейный, совершенно, да, горизонтальный процесс, где как раз-таки никаких вот этих лакун системных нет. И я их сближаю, и кибернетику, и Гегеля. И наоборот, противопоставляю такое понимание трансцендентальному представлению. И, например, Деррида для меня в этом смысле, конечно, представитель вот этой трансцендентальной оптики, безусловно, с рядом оговорок важнейших, но в принципе представитель трансцендентальной оптики, потому что речь идет о том, что у него в принципе речь идет о сохранении условия возможности, о сохранении того, что дает место, это словарь Канта, словарь Хайдеггера, я не знаю, можно ли дифферанс дорридрианский посчитать, ну, мне кажется, можно, кстати говоря, но не знаю, что, как тут согласитесь вы или нет, что это трансцендентальная, конечно же, структура, да, которая, да, позволяет всему состояться, но сама при этом не попадает вот в эту... Диана, что вы думаете по этому поводу? Все, спасибо. Во-первых, спасибо. Гениальный вопрос и то, как вы его задали, потому что вот, ну, это то, о чем я думаю как раз. И, понимаете, он такой сложный, что я не могу ответить «да» и «нет», потому что, ну, иначе мы бы с вами были бы... Ну, то есть мы бы не занимались действительно философией. Смотрите, безусловно, то, что вы говорите о диалектике, о гегелевской диалектике, это критиковалось. Мы находим у Леотара, например, в его работе «Libidinal Dialectics», где он просто обрушивается на Гегеля и Маркса за их диалектичность, называет это просто естественной историей и говорит о том, что Маркс – это просто продолжение естественной истории и абсолютный такой вот аффирмативизм и позитивизм.
Гегеля так рассматривать тоже можно. Ваш взгляд, который вы описали, как инактивизм пересекается с ленинской диалектикой, да, так на ленинскую диалектику тоже можно смотреть, если смотреть через Деборина, да, вот был такой диаматчик Деборин. Но, знаете, я вам предложу другой взгляд также, который нам показывает, что на Гегеля, например, можно посмотреть не через вот эту абсолютную аффирмативность цикличности, которая обязательно придет к некой окончательной точке и синтезируется, а как на это смотрит тот же Бадью или Жижек, потому что они уделили этому очень большое время, чтобы показать, что Гегель основывается не на цифре 3, да, тезис, антитезис, синтез, а самое главное в Гегеле – это различание, различие. Есть такой философ Жозеф Коэн, он ученик Деррида, который написал работу о сравнении деконструкции и диалектики Гегеля. То есть работы в этом направлении тоже есть. И, в принципе, работы Бадью тоже нам показывают, что он рассматривает диалектику через число 2, а не через число 3. И в этом смысле разрыв между собственным и несобственным, как утверждают вот, ну, целый ряд исследователей, он все равно остается и существует. Насколько это соответствует вот тому измерению трансцендентального, сейчас я не готова отвечать, но я просто говорю о том, что саму диалектику можно понимать как действительно натуральную конструкцию, но можно понимать и как технику разрыва, технику несобственного. Да? Ну, когда у каждого предмета есть несобственное бытие, да? The other determined non-self. То есть, когда каждый является не я, а не я. Вот я понимаю гегелевскую диалектику и его вклад в то, что он дал философии, через вот эту несобственность каждого предмета. То есть не существует the self. Вот я предлагаю посмотреть на это так. Но то, что вы сказали, действительно, этот взгляд тоже существует, и он тоже возникает, потому что у Фридриха Энгельса ведь есть работа «Диалектика природы». И как раз Ильенков критикует эту работу «Диалектика природы». И когда он пишет «Космологию духа», он говорит, ну какой же Энгельс натуральный? Давайте мы придумаем мыслящего субъекта, который сейчас покончит жизнь самоубийством ради чего-то, и эту катастрофу приведет сам с помощью волевого усилия. Помните, вы говорили об этой воле, да, то есть о волеизъявлении. И таким образом вот Ильенко, мне кажется, пытается добавить этот трагизм и описать не диамат, не диалектический материализм, а назвать ее материалистической диалектичностью, собственно, вот всех этих экзистенциальных процессов. Ну, я бы так ответила, но гораздо больше, наверное, надо дискутировать, и я буду рада с вами об этом поговорить. Можно маленькое замечание, просто то, что говорила сейчас Кэти, но именно мысль очень важна, да, что вот в контексте дебатов, которые пыталась говорить, воссоздавать, действительно получается, что и Ильенков, и какие-то совсем диаматчики, представители такого очень ортодоксального марксизма-ленинизма, приходят к одним и тем же результатам, да, к одним и тем же озвучивают очень схожие как бы, позиции относительно машины, да, относительно того, может ли машина мыслить, вот в кибернетике. Но вот то, что вы сейчас сказали, соответственно, мне, так сказать, позволяет сформулировать предположение, что, опять же, они понимают, соответственно, так различную диалектику Гегеля. Да, понимаете, что у, скажем так, у ортодоксальных там, советских диаматчиков это действительно как бы, получается разновидность естественной истории, да, а Ильенко подчеркивает как раз это противоречие, потому мышление не формализовано, не может быть вычислено и представлено в компьютере. Да, вот как...
имеет ли это смысл, по-вашему? Что именно это разное? Речь идет о разных пониманиях. Я думаю, что, безусловно, это имеет смысл, потому что самое чудовищное это есть вот этот ортодоксальный диаматический подходы к Гегелю и к Марксу, но я бы не... Я, безусловно, скорее на стороне критики диалектики, потому что ну, мой school – это постструктурализм. То есть я проходила через постструктурализм, и я, конечно же, вижу события через прекращение вот этого диалектического процесса. Но именно Ильенко мне дал ключи к пониманию того, что диалектику можно рассматривать и как некую вот эту школу и технику отсваивания, а не синтезирования. И потом я увидела, что Жижек пытается, так сказать, justify, оправдать Гегеля тоже через вот эту конструкцию различия, перечеркнутости синтеза, который, по сути, невозможен. Вот. И этот синтез остается всего лишь каркасом, а на самом деле техника показывает совершенно другие формы, скорее различания. И вот то, как Гегель строит феноменологию духа, отсваивая одно утверждение от другого, мне гораздо больше напоминает Деррида, чем, например, кибернетику. У Дмитрия был вопрос? Нет? Хорошо. Ну... Да, спасибо за доклад и за интересную дискуссию. Коллеги, мне кажется, у нас, к сожалению, заканчивается время. Может быть, у нас есть буквально там по минуте, чтобы все высказали какое-то резюме сегодняшнего обсуждения, и мы будем заканчивать. Друзья, кто хотел бы первый как-то резюмировать наше сегодняшнее обсуждение? По порядку. Ну, как вы хотите. Ну, резюмировать, наверное, не получится, и нет большого такой у нас задачи, но мне кажется, это здорово, что мы смогли обсуждать это в таком формате, и действительно, из разных подходов и бэкграундов, действительно, это проясняет очень многое и ставит вопросы, какие-то новые развороты и перспективы, которые позволяют как-то идти дальше куда-то, понимать все это лучше, контекстуализировать, одновременно вникать глубже в проблематику, и вот мне кажется, это очень важно, продолжать такого рода диалог. Мне понравилось, что обычно, когда я оказываюсь на каких-то конференциях по искусственному интеллекту, то там всегда специалисты определенных областей. Вот, либо те, кто занимаются только дигитальностью, либо те, кто занимается исключительно, там, допустим, акторно-сетевой теорией, либо те, кто абсолютно агрессивно это критикует, не принимает и даже слышать об этом не хочет. А сегодня мне понравилось то, что были вот такие разные грани, и ну, есть о чем думать. Да, спасибо. Мне тоже на самом деле вот хотел это поддержать, что мне как человеку с другой чуть-чуть стороны баррикад, да, с технологической, как бы это очень было познавательно и полезно послушать, и тоже много над чем есть задуматься, и как бы повод есть продолжать, что называется, там диалог в этом направлении. Ну, я тоже могу, наверное, дополнить, что было очень приятно в связи с некоторыми тепличными условиями нашей работы и обсуждений, потому что все-таки мы собрались по большей части специалисты, ну, понимающие друг друга, говорящие на похожем языке, но прекрасно, что с нами был Дмитрий, и все-таки какая-то апробация разговора с специалистами еще из других областей все-таки оказалась случившейся и успешной, мне кажется. Другое дело, что я всегда, поскольку там последние несколько лет тоже довольно-таки часто приходится обращаться к вопросам искусственного интеллекта, всегда с ужасом жду встречи вот, ну, собственно, людьми, которые, наверное, больше на каком-то техническом берегу стоят, да, этих всех процессов, и вот при том, что были такие дискуссии, но
опять же, они получаются тогда, когда это те люди, которые задумались тоже над какими-то такими вот философскими вопросами, а можно ли, например, да, там, а получается ли у нас то, что мы хотим. А с ужасом думаю, потому что вот неясно мне, сможем ли мы все-таки объяснить даже просто вот свою позицию людям, которые непосредственно делают, добиваются какой-то результативности и не готовы, например, да, вот это было бы очень интересно. Но мне кажется, одним из таких людей, перед которым мы сегодня сдаем экзамен, это, конечно же, Максим Мирошниченко. Да, пожалуйста. Да, почему? Потому что для меня, например, вот мышление моих студентов, бывших, конечно же, абсолютно бывших, и молодых мыслителей, исследователей очень интересно, потому что там совершенно новые горизонты, и мне кажется, что именно Максим инициировал эту дискуссию, где мы могли бы соединить, собственно, теорию кибернетики и философскую эпистемологию. Мне кажется, что если бы не Максим, мы бы это не соединили. Поэтому благодарность Максиму. Это правда. Присоединяюсь к большому творческому энтузиазму и готовности создавать потрясающие продуктивные коктейли и синтезы идейные. Это дар Максима. Да, спасибо большое. На самом деле я действительно очень благодарен вам всем за то, что мы смогли сегодня собраться и обсудить все эти действительно волнующие, животрепещущие проблемы. Я на самом деле надеюсь на то, что наше обсуждение будет продолжаться, и мы будем еще продолжать сотрудничать и образовывать какие-то новые формации. Поэтому я, в общем, всячески призываю нас поддерживать нашу теоретическую связь, дискутировать и еще встречаться, видеться и обсуждать результаты работы друг друга и, в общем, расширять наши междисциплинарные, в общем-то, связи, потому что они действительно способны нас очень сильно обогатить и в концептуальном плане, и в рефлексивном, и, в общем, во многих других планах, которые, в общем, в этом смысле являются непредвиденными и достаточно контингентными. Поэтому я действительно очень благодарю вас всех за участие и надеюсь на скорые встречи в дальнейшем. Вот, спасибо всем. Спасибо.